Я хочу представить тех, кто здесь перед вами сидит на этой прекрасной сцене. И хочу начать с представления госпожи Лоры Гуэйра, легендарной личности. Она сама переводчик, филолог, но помимо всего прочего, я думаю, что многим здесь не надо ее представлять, но все-таки кому-то я представлю. Она жена легендарного поэта, писателя и сценариста Тонино Гуэйра, написала и перевела несколько книг о нем. Но помимо всего прочего, сегодня мы как раз послушаем, я так думаю, госпожа Гуэйра расскажет нам о культурном фонде Тонино Гуэйра в России. Это очень интересно, и даже покажет небольшой фильм. Вернее, отрывок, фрагмент фильма. Вот. Ну, давайте поприветствуем ее. Я хочу представить слева от меня господин Нестеренко Андрей Алексеевич. Он чрезвычайный полномочный посол в этом ранге, а сейчас работает в Министерстве иностранных дел послом по особым поручениям. Но у него очень богатая биография. Он в свое время возглавлял департамент информации и печати Министерства иностранных дел. И до совсем недавнего времени был послом России в Черногории. Вот я буду так по очереди буду представлять. Господин профессор Микеле Кьяруччи, он представляет университет Сан-Марино. Там написана его полная должность, вы можете прочитать. Он представляет департамент, директор Центра международных отношений в Сан-Марино. Ну, и мы особенно в его лице хотим особенно поблагодарить университет. Это замечательное здание. Надо сказать, что раньше мы проводили все наши конференции. Либо это был отель, либо это наше посольство и представительство. Но в таком еще исторически значимом здании мы проводим впервые. Я так понимаю, что это здание бывшего монастыря. И мы очень благодарны руководству университета, которое сделало все возможное, чтобы помочь нам в организации этой конференции. Так что спасибо большое вам. Я хочу представить господина Игоря Пеличиари. Он является почетным консулом России в Болонье, он профессор. Преподает во многих университетах и преподавал в Соренто, в университете Болоньи, в России, в высшей школе экономики. Это очень престижное учебное заведение в России, в Москве. Так что он тоже приложил руку, не только руку, но если вы посмотрите нашу программу, то вторая сессия посвящена теме микро-макро. Вот эта идея развития отношений России с малыми странами Европы, в общем-то, принадлежит ему. И он предложил именно Сан-Марино как место, где можно провести такую встречу в соответствии вот с этой темой. Пожалуйста. Я хочу представить Юрия Васильевича Алексеева, посла по особым поручениям Республики Сан-Марино в России. Он тоже помогал нам очень в организации, и мы надеемся услышать от него доклад, как, впрочем, доклад господина Пеличиари. Ну, поприветствуем господина Алексеева. Я должен сказать, что в этот раз нам было очень непросто с организацией конференции, потому что произошли известные вам события в Сирии. Например, Мария Захарова просто по работе никак не могла приехать, потому что она сейчас, как официальный спокесмен Министерства иностранных дел, вынуждена много работать с журналистами российскими и иностранными. Также господин Разов, но я хочу представить вам советника нашего посольства, который Сергей Сергеевич Разов нам прислал. Пожалуйста, вот советник нашего посольства, господин Дмитрий Гринин. Традиционно в адрес нашего мероприятия, а оно уже четвертое по счету, первое было в Париже, потом в Берлине, в Вене, и вот сейчас Сан-Марино, приветствие, которое нам направил в адрес вас, участников этой конференции, министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Я прочитаю это короткое приветствие. Сердечно приветствую участников 4-й международной конференции «Россия и Европа»
актуальные проблемы современной международной журналистики, которая в этот раз пойдет в Сан-Марино. За прошедшие годы ваш форум утвердился в качестве полезной диалоговой площадки европейского медиасообщества. Его отличает авторитетный состав участников, представляющих российские и зарубежные средства массовой информации, органы государственной власти, научные и политологические круги. В условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий ответственность СМИ за освещение событий, оценки и суждения неуклонно возрастает. В непростой ситуации на нашем общем континенте особенно востребована честная, высокопрофессиональная журналистика, способствующая непредвзятому анализу. Наоборот, попытки использовать четвертую власть в качестве инструмента давления, создание искаженной виртуальной реальности лишь усугубляет напряженность. Рассчитываю, что ваша встреча будет содействовать дальнейшему расширению контактов между журналистами наших стран в интересах укрепления доверия и взаимопонимания на европейском континенте. Желаю вам плодотворных дискуссий, новых творческих успехов и всего самого доброго. Сергей Лавров. Ну что же, на этом такая вот вступительная часть наших приветствий завершена. И я хочу предоставить слово первое Лори Гуэйра, которая нам сделает небольшую презентацию. Пожалуйста. Questo è Tonino, e qui è scritto, здесь написано: красота – это уже молитва. Это здесь вы увидите некоторые вещи, которые он делал. Здесь и его картины, и фонтаны. И вот он рисует здесь. Это будет нашим общим фоном, фоном моего рассказа, потому что я сейчас никогда не езжу одна. Я всегда езжу с Тонино. И я даже немножечко обиделась, когда в программе меня назвали вдовой. Еще раз хочу подчеркнуть, я не вдова, я жена Тонино Гуэйра. И это будет так всегда. Почему я согласилась? Для меня это большая честь, и мы приехали вместе с Тонино. Потому что вот эти отношения, те, которые основаны на дружбе и любви, у нас с Тонино длились на протяжении 40 почти лет с Россией. И это было, естественно, не только дружба, просто дружба душ, дружба сердец и взаимопонимание. Тонино, будучи еще в плену германском, когда он был мальчиком, он мне поведал, что он очень любил поэзию русскую, и Блока, и Есенина, и на ней вырос. В общем, не только на Монтале и Квазимодо, замечательных поэтов, которые были его учителями, и вместе с Пазолини они начали писать оба в 48-м году на диалектах. Один на диалекте фриулано, а Тонино на романьольском. И чтобы дать старому инструменту, языку, который язык народа, новое звучание, так они возродили свои родные языки. Но я сейчас не буду рассказывать о биографию Тонино Гуэйра, потому что многие, может быть, знают, а кто не знает, может быть, заинтересуется ею. Я не буду говорить, сколько Оскаров или пальмовых ветвей у Тонино, сколько международных и российских признаний и премий его деятельности, его творчеству. Я хочу сказать, что он привозил в Россию и своих друзей. И не только привозил. Было и сотрудничество. В первый раз Тонино приехал в Россию с Микеланджело Антониони, тем великим режиссером, с которым он сделал больше 12 фильмов, и который потом, я говорю девочкам, я хочу видеть моих красивых, замечательных русских девочек, которые смотрят меня сейчас. Вот. И потом он был свидетелем на нашей свадьбе в Москве же. Микеланджело Антониони, Андрей Тарковский с другой стороны. Почему я рассказываю сейчас об этом? Потому что не только сотрудничество, Тонино работал и с Андреем Тарковским,
и с Владимиром Наумовым, с Андреем Хржиновским, с Юрием Нарштейном и со многими другими режиссерами в Москве. Белла Ахмадулина перевела его первые стихи на русский язык. Я говорю о том, что человек вот уровня Тонино Гуэра, который приезжал в Россию и любил ее на протяжении 37 лет, это не должно просто так закончиться. Это должно продолжаться. Поэтому мы думаем сейчас создать фонд культурный Тонино Гуэра в России, который будет соучредителем фонда нашего итальянского, тоже, который будет носить имя Тонино Гуэра. В чем будет заключаться деятельность этого фонда? Ну, прежде всего, чтобы имя Тонино не умирало, и его дружба, которая была с Россией, тоже. Но это открывает огромную возможность для деятельности общей. Это и общее мы сейчас провели в Пенобиле, кстати. Мы провели сейчас международный кинофестиваль киношкол. Приехали из 36, Валентина, 36 стран. Трентасей поэзии, Сона Винути. В маленьком городке Пенобиле было 36 стран со всего мира, которые приехали, киношколы. И был конкурс на лучший фильм этих учеников. И были из Америки, из Австралии, отовсюду приехали люди. Такие же фестивали, общие и курсы, и школы. И школы, как я говорю, счастья, где учат и рисовать, и лепить, потому что Тонино трогал своими руками все, и керамику, и мозаику, и делал мебель. И сейчас показаны просто его, как он говорил, цветные мысли. Это не картины. Дальше, может быть, кто-то увидит, и пока я говорю, будут смотреть какие-то вещи. Потому что Тонино хотел дать рукам, умелым рукам, как мы говорим, хотел дать новые идеи и то, чтобы человек возвращался. Его первую мебель, он говорил, это самая простая мебель, потому что вот каждый человек подойдет и скажет, а я так тоже сумею сделать. Но потом должен быть маленький секрет. И вот школы, которые возрождают ремесло, которые будут приезжать и в Пенобиле, и в Сант-Арканджело, кстати, я всех приглашаю, посмотреть Сан-Джовезо. Это ресторан, который Тонино сделал вместе с Феллини. Там Федерико Феллини нарисовал замечательную, там, где живет Игорь Пеличари, вот, в Сант-Арканджело. Это наш большой друг тоже. И, и там нарисована богиня вина Сан-Джовезо, нарисована Феллини, а все остальное от скатерти до бокалов, до всего сделал Тонино Гуэра. Там тоже его музей. У нас сейчас прошел, вот это я тоже хочу посоветовать, и это можно сделать с Россией. И об этом мы говорили с Владимиром Ильичем Толстым, который тоже наш друг, и который приезжал и в Пенобиле, и в Сант-Арканджело со всей своей семьей, сделать сады забытых фруктов. То, что Тонино сделал первый раз в Италии. И Карлин Петрини, не знаю, знаете ли вы или не знаете, кто этот человек, но я его считаю сейчас главным человеком в Италии. Карлин Петрини проводит большой сбор людей земли, называется «Terra Madre» а Торино, в Турине. И он протест slow food придумал slow food. Это замечательный человек, который защищает землю, который борется с корпорациями, не очень это сам, но он чудный. В общем, он считает себя учеником Тонино. И вот этот сад забытых фруктов. Был у нас президент района Эмилии Романи на открытии нашего праздника. Приехали люди не только из Эмилии Романи, со всей Италии, которые привезли плоды, например, описанные в книгах Екатерины Медичи, которые теперь не выращиваются уже, но их можно попробовать теперь, чтобы люди и дети
наши внуки, как говорил Танина, знали бы, что ели наши деды и прадеды. И вот это можно сделать в каждой школе и в российской. Маленький сад забытых фруктов. Разбить у каждой школы или в университете. Или сделать совсем простое. Я вам говорю о маленьких вещах. Вы меня все понимаете. Я могу потом по-итальянски повторить. Не все понимаете? Или здесь большинство русских или итальянцев? А, синхронные. Замечательно. Вот. Потом я хочу сказать другое. Например, Танина придумал городок птиц. Что это такое? И мы сейчас с Русским фондом предлагаем это. И как бы уже говорили с мэрией, в саду Эрмитаж один из фонтанов Танина, я сейчас опишу его, очень простой. Это дерево, у которого срезана крона, дерево из бронзы, ствол, у которого срезана крона, а там вместо кроны вода, ветви из воды. Такой простой фонтан, дерево воды. И рядом с ним городок птиц. Что это такое? Городок птиц – это много-много-много палок, таких длинных, шестов, на которых скворечники. И все они вместе, раскрашенные. Все они вместе, и все зовут к себе птиц. Это можно сделать в каждом дворе. Просто в каждом московском дворе. Вот таких идей и общих идей может рождаться очень много. Это и совместные выставки, и совместные начинания, и безумные идеи, и какие-то замечательные, которые могут вызвать улыбку и счастье, происшествия, которые мы можем делать вместе с фондом Танина Гуэра. Я привезла примерные размышления здесь и привезла уже... Не могу, вот я прямо к вам отсюда обращусь сейчас, поскольку вы представляете Министерство иностранных дел, да? Вот, у меня не могу зарегистрировать фонд, потому что никак нет ответа с моим российским паспортом. Вот прямо с трибуны я обращаюсь к вам, чтобы это самое, вот, не знаю, в чем дело, но 40 лет я уже гражданка России, который проживает здесь, ну, сейчас тут такое, какие-то дела, но это, простите меня за это отступление. Так вот, я сейчас хочу, чтобы мы вместе, вот это вот как раз показывается Сан-Джовезе, этот ресторан, вот это печи, придуманные Танино и сделанные им. Сейчас, вы видели уже Сан-Джовезе, да? А это места для души. Места для души – это и сад забытых фруктов, и ангел с усами. Это переделанный средневековый городок Пинабили, который обрел новое дыхание. Витторио Сгарби, если вы знаете этого критика, и сейчас он асессор по культуре, он был министром, асессор по культуре, который называет Танина настоящим политиком. Все, я заканчиваю. Настоящим политиком. Почему? Потому что... То, что он придумывает, не только красиво, но и приносит доход. Два города, оживленные им, живут. Поэтому я вас всех хочу сейчас пригласить к нам и в Пинабили, и в Сант'Арканджело. Приезжайте посмотреть на места души, отведать все. И попрошу вас помочь нам всем. Сейчас, которые хотят создать этот фонд Танино Гуэра в России. Спасибо. Предоставили это первое выступление, право первого выступления госпожине Гуэра, не только потому, что она дама, но и потому, что мы полагаем, что культура настолько всеобъемлющая, особенно учитывая российско-итальянские отношения, да, а мы надеемся, что и отношения с Сан-Марино в области культуры у нас тоже будут развиваться. Вы можете обратить внимание, там есть наш электронный адрес нашего сайта. И есть раздел «Культурная дипломатия». Мы совсем недавно начали этот раздел в нашем журнале и на сайте. И придаем очень большое значение вот именно этому разделу нашей работы. Поэтому... Политика политикой, дипломатия дипломатией, но
Вот русский мыслитель Иван Ильин старого поколения, старой школы русской философии сказал: «Народы творят культуру, а не политику». Но вот поэтому мы начали с этого интересной презентации. Но большое спасибо, это было очень интересно. Ну и теперь мы приступим, так сказать, к политической нашей части, информационной и политической. Одно с другим связано тесно, как вы понимаете. Я хочу предоставить слово господину Джанфранко Бестута, генеральному директору Russia News. У него выступление на тему количества и качества информации в европейском и евразийском информационном пространстве. Друзья, у нас очень обширная программа, и у меня просьба укладываться в регламенты в 10 минут выступления, потому что мы с вами должны вовремя завершить конференцию, чтобы еще поехать на очень интересную экскурсию, о ней я потом скажу два слова. Итак, пожалуйста, господин Джанфранко Бестута. Salve. Tutto porto il saluto a tutti i convenuti di questa quarta conferenza internazionale dedicata alla stampa e alla comunicazione in Russia e Europa. Leggerò perché c'è un testo che ho depositato agli atti del congresso, quindi tanto per rimanere fedele a quello che diciamo è stato depositato come atto, come intervento ufficiale. Ciò che caratterizza la nostra epoca è non è l'invenzione dei media, ma ovviamente la creazione dei mass media, come il cinema commerciale, la televisione, la radio, i giornali e così via, capaci di comunicare contemporaneamente a milioni di persone per lo stesso messaggio. Lo sviluppo dei mass media dipende notevolmente dai cambiamenti imposti dalla società industriale, dalla sua organizzazione sociale, dai suoi sviluppi tecnologici. Le nuove tecnologie, infatti, ci permettono e permettono ai media di riprodursi su scala globale, aumentando notevolmente le tirature, rivolgendosi così a un'audience sempre più grande ed estesa, e venendo a creare una notevole interdipendenza tra i processi di industrializzazione e lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa. Tale sviluppo di mass media però non dipende unicamente dalle acquisizioni tecniche, dai processi tecnico-scientifici, ma anche dall'emergere di una nuova forma di società che necessita e che è capace di usarli. La nostra società dunque non è solo in grado di utilizzare i mass media, ma li richiede come elemento indispensabile e caratterizzante nella stessa. Infatti il nostro sistema politico di democrazia di massa esige, pena la sua stessa sopravvivenza, un'informazione di massa. L'importanza delle comunicazioni di massa nel nostro contesto socio-economico non è tanto imputabile alla massificazione, piuttosto che alla trasformazione dei sistemi di conoscenza, che da privati sono diventati pubblici. In altri termini, le comunicazioni di massa, ed in particolar modo la televisione, e oggi ancora di più i social network, sono alla base della creazione di una nuova forma di pensiero, un pensiero collettivo. L'attuale condizione postmoderna della società, caratterizzata dalla volubilità, dall'individualismo, il relativismo, la precarietà, elementi che tendono ad accrescere la dipendenza dalla maggioranza di persone dei media, ragion per cui il ruolo di questi ultimi all'interno delle libere democrazie tende ad aumentare a discapito anche delle istituzioni classiche quali la famiglia, la scuola e la chiesa. Ma la società postmoderna è caratterizzata soprattutto dal ruolo della conoscenza come mezzo di produzione e dell'espansione dei servizi informatici, cose queste che aumentano l'importanza e dei media intorno alla società, il cui ruolo non è solo di informare e intrattenere, ma anche sociale. La comunicazione sociale, infatti, è il mezzo attraverso il quale si volge ad un tipo di interazione umana in tutte le sue varianti, all'educazione, allo sport, all'economia, alla politica, all'etica e al diritto. Un panorama mediale sta profondamente cambiando e le nuove tecnologie aprono nuove prospettive di comunicazione caratterizzata da una maggiore interdipendenza. Nascono infatti ogni giorno canali monotematici sempre più differenziati. L'avvento di internet, che poi ha aperto già da tempo, a dire la verità, aspetto che questo di per sé positivo, perché una maggiore interdipendenza significa in sostanza una minore passività ed una maggiore offerta culturale e mediale. Quello che invece stenta a cambiare, nonostante l'avvento di queste nuove tecnologie, è la struttura stessa della nostra società, che richiede per sua stessa natura un'informazione massificata, cioè rivolta contemporaneamente in tempo reale al maggior numero di persone possibili. Aspetto questo quasi paradossale, da una parte aumenta l'offerta tematica
e la differenziazione dei canali, e dall'altra però struttura la stessa società richiedendo delle informazioni massificate. Dinanzi alla varietà dell'offerta si tende a richiedere le stesse informazioni, il che risulta decisamente funzionale allo sviluppo e alla perpetuazione dello status quo, che trova nell'industria culturale il veicolo principale della promozione. L'aspetto negativo di questo fenomeno è però l'impoverimento culturale pubblico, generato dal fatto che i principi dei media sono finanziati e gestiti da coloro che hanno i mezzi necessari per acquisizione di spazi e tempi di trasmissione. Coloro che detengono il potere, sia esso economico che politico, sono da tempo impegnati nel mantenere la gente calma, distesa attraverso la propaganda invisibile e sotterranea, con l'obiettivo di assicurarsi che la crescita della democrazia formale non comporti una vera democratizzazione della società, soprattutto in ambito economico. In altri termini, la classe dominante, che attraverso la gestione ed il controllo dei mass media cerca di mantenere i propri privilegi, impedendo e riducendo al minimo le richieste da parte della popolazione di una maggiore democratizzazione in ambito economico. La democrazia formale, quale estensione del voto, della libertà di stampa, di espressione, è tollerata a discapito di una democratizzazione sostanziale che potrebbe minare le basi dei loro privilegi economici. Esiste di fatto una sorta di sistema di controllo che è affidato a filtri che hanno il potere di censurare, tagliare ed escludere al nostro orizzonte cognitivo fette di realtà e di opinioni scomode. Questi filtri impediscono che le idee antitetiche con i valori di elite entrino nel circuito del mercato delle libere idee. Chi detiene influenza ai mass media ha in definitiva la capacità di influenzare il suo pubblico. Questo è ancora più vero se essi appaiono affidabili e familiari, ma esercitano una forte attrattiva. Secondo il seguente schema, un fatto o un accadimento per poter divenire notizia deve essere pubblicato, giungere così all'opinione pubblica deve superare queste barriere o filtri. Queste barriere o filtri setacciano le notizie, le censurano, offrendo così una immagine della realtà modellata sui vari modelli di una determinata classe sociale. Emerge quindi la prevalenza del linguaggio televisivo della rete rispetto all'attenzione dei contenuti e dei valori ideali. La rivoluzione digitale poi ha spazzato via i confini che separavano le tre forme tradizionali di comunicazione, suono, scrittura e immagine, e ormai da tempo ha permesso l'apparizione di una rapida affermazione di internet che rappresenta un quarto modo per comunicare e un modo nuovo per esprimersi, informarsi e distrarsi. L'informazione è divenuta talmente abbondante da costituire un elemento centrale del nostro mondo. Ma nello stesso tempo ciascuno può constatare come il cibo, anche attraverso l'informazione contaminata, ci avvelena la mente, ci inquina il nostro cervello, ci condiziona, ci intossica, tenta di instillare nel nostro inconscio idee che non ci appartengono. Perciò è necessario elaborare quella che si potrebbe chiamare un'ecologia dell'informazione, per ripulire l'informazione, per liberarla dalla marea nera delle bugie. Esistono spazi di informazione che lentamente diventano spazi di non informazione, dall'intrattenimento agli spettacoli che ogni sera su tutti i canali ci intrattengono e trasmettono valori. Tutto è merce, anche le notizie, per cui una notizia cattiva, ciò falsa, si vende e va bene. Per contro una buona, anche se è vera, anche se non si vende, va male. Il paradosso è che questo eccesso di notizie siamo sempre meno informati. In questo bombardamento mediatico nessuno può riconoscere ciò che è cene e ciò che è essenza, ciò che è polvere e ciò che è embrione. Si genera pertanto una disinformazione interiore che rischia di allontanarci all'essenziale. Veniamo al discorso che ci riguarda direttamente, cioè all'informazione tra Russia e Europa. La risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015, quindi recentissima, sullo stato delle relazioni tra l'Unione Europea e la Russia, la numero 2015-2001, invita al punto 17 l'Unione Europea a sostenere i progetti volti a promuovere, a sviluppare degli elevati standard giornalistici, la libertà dei media, un'informazione imparziale e affidabile in Russia, nonché a smantellare la propaganda nell'Unione Europea e nei paesi del partenariato orientale. Invita la Commissione a rendere disponibili finanziamenti sufficienti per le iniziative e a sviluppare alternative mediatiche in lingua russa e i media russi controllati dallo Stato, al fine di fornire al pubblico russofono fonti di informazioni credibili e indipendenti. Questa è una risoluzione di giugno, quindi recentissima, molto importante a mio avviso. Questa recentissima e importante risoluzione detta al tempo stesso l'obiettivo da perseguire e le carenze del sistema della comunicazione russa.
tra Russia, ma io direi ancora più dell'area, dei paesi dell'area eurasiatica e l'Europa. Alla esistenza di un elevato standard qualitativo degli operatori dell'informazione corrisponde invece un insufficiente livello dei progetti editoriali, per lo più frutto di iniziative private non coordinate da un progetto comune. Soprattutto per l'Italia, paese dalle storiche affinità culturali con la Russia e dalla strategica posizione di centralità geopolitica euro-mediterranea, questo ruolo di cerniera informativa e culturale sembra essere maggiormente disatteso. Sarebbe utile perseguire nell'analisi approfondita di queste valutazioni, che devono costituire però anche in funzione di questa risoluzione dell'Unione Europea sull'argomento che ho appena citato, uno stimolo a convergere sull'obiettivo qualità dell'informazione, magari costituendo, questa è una proposta che secondo me potrebbe essere interessante, costituendo un organo e una struttura di riferimento dedicati alla regolamentazione, al coordinamento e al controllo degli standard qualitativi relativi alle imprese che esercitano l'attività giornalistica e di comunicazione. Tra Russia, anche se come dicevo prima parliamo di parlare dell'intera area eurasiatica è sicuramente più esatto, ed Europa. Tale struttura potrebbe essere tranquillamente composta anche da giornalisti, da operatori del settore dell'informazione, residenti nei paesi membri di queste aree interessate. Concludo questo mio breve intervento, che vuole essere una piccola ma sentita testimonianza di questo congresso dal tema di grande attualità, dicendo che i media stessi, far passare cioè alla ricezione alla quale culturalmente siamo abituati ad una modalità diversa di approccio, che contempli cioè l'utilizzo della fantasia e della creatività atti a generare nuovi modi di usare il giornale, la telecamera, la radio, ma anche internet, e non solo, con modalità diverse, ma soprattutto per fini diversi, passando, laddove è possibile, anche dalla parte della produzione, tenendo presente che alla vecchia regola delle 5W, quindi del giornalismo, oggi bisogna necessariamente aggiungere quella del while, quindi la notizia va data in tempo reale, e quindi questo ha stravolto completamente anche il modo di comunicare. Io vi ringrazio e buon proseguimento per l'anno. В комиссии по СМИ Совета Европы в Страсбурге. И те стандарты, о которых вы говорите, они, в общем, вырабатывались совместно в рамках этой комиссии. И они хорошо известны в России, как и в Европе, и не сильно отличаются друг от друга. Вот наша тема «Новые реальности, новая объективность» как раз предполагает то, что эти стандарты должны быть общими и объективными. Сегодня зарубежные средства массовой информации в России представлены очень широко. Это и радиостанции, которым выделяются частоты, это и корпункты многочисленные, это вы можете в любом отеле, в любом киоске или подписаться на любую газету. Но если мы взглянем сейчас особенно на ситуацию в Европе, нашим компаниям, телерадиокомпаниям отказывают в лицензиях, пытаются закрыть вещание. Это происходит в Великобритании, в Соединенных Штатах, в меньшей степени в других европейских странах. Но там вопрос стоит так, что когда подается какая-то заявка, и даже есть, например, FM-станции в Европе крупные, они есть и во Франции, и в Германии, где российские вещатели хотели бы работать. И все официальные бумаги соответствуют тем нормам, которые, согласно которым это право должно быть предоставлено. Однако его не дают. Поэтому стандарты стандартами, но есть вопрос еще очень важный. Спасибо, что вы затронули. Это очень важный вопрос о стандартах. Собственно, и тема заявлена, касающаяся стандартов не творческих, конечно, а норм этических. Но для этого хотя бы надо иметь равные права в том, чтобы говорить друг с другом без того, чтобы применялись дискриминационные меры. Российские средства массовой информации сейчас, особенно в условиях санкций, испытывают это давление в полной мере. У нас, вы знаете, решение Брюсселя создавать даже специальные какие-то органы на русском языке, вещания и прочее, которые бы говорили с российской аудиторией.
Ну, такие есть, но если такое желание в Брюсселе есть, то пусть они это осуществляют. Никто запретить не может. Но там не стоит вопрос об обмене информации. Там все, как, знаете, в советское время. Я 15 лет возглавлял компанию «Голос России» на вещании, прежде чем вот стать главным редактором журнала «Международная жизнь». Я просто знаю своих коллег и партнеров в лицо по радио и телевидению. Так вот, я могу сказать, что о стандартах важно говорить, но и важно, чтобы эти стандарты учитывали одну простую вещь. Мы говорим об обмене информацией, о диалоге. И тогда никаких однозначно, односторонне дискриминационных форм не может быть. Спасибо за очень интересный доклад. Я хочу предоставить слово, по сути дела, нашему хозяину, нашему представителю университета Сан-Марино Микеле Керуцци. Я уже представлял его, он возглавляет Центр международных отношений. Пожалуйста, Микеле. Buongiorno a tutti, parlerò in italiano facendo due cose fondamentalmente. La prima è portare i saluti del magnifico rettore dell'Università di San Marino, a quale università è onorata di ospitare questa vostra conferenza. La seconda cosa è spendere alcune parole sul motivo per cui l'Università di San Marino è onorata di ospitare questa conferenza. Il magnifico rettore si compiace del fatto che sia stata scelta questa sede, peraltro meravigliosa, che come sapete è patrimonio mondiale dell'umanità, UNESCO, per tenere questi lavori. Naturalmente è molto rammaricato che impegni precedenti allontanino oggi da questa sede, ma ripeto, ha inviato un suo ambasciatore. Perché è importante per l'Università di San Marino e per il Centro per le Relazioni Internazionali neonato di questa università ospitare questa conferenza internazionale? Perché la missione, una delle missioni dell'Università di San Marino è aiutare questa città-stato, San Marino, a riflettere sui rapporti fra questa particolare comunità politica, una città-stato, piccolo stato, e l'Europa, in particolare l'Unione Europea. Avviando questa riflessione, l'Università della Repubblica di San Marino ha pensato che una delle questioni fondamentali per l'Europa e per l'Unione Europea sono i rapporti con la Russia e con tutto ciò che la Russia rappresenta, compresa l'attività intellettuale del giornalismo, dell'informazione, della diffusione della conoscenza e delle informazioni. Per questo l'Università di San Marino ha ritenuto prestigioso e importante ospitare la vostra conferenza. Per fare due cose. Primo, raggiungere un obiettivo che si è preposta, quella di valorizzare, nei limiti delle sue possibilità, il rapporto fra la Russia e l'Europa. E questo è un primo punto. La seconda questione, e con questo chiudo, era l'importanza di significare, nei limiti, nelle possibilità di questa università, come i rapporti fra Russia, Europa e gli Stati dell'Unione Europea e gli Stati che si accingono a negoziare un accordo di associazione con l'Unione Europea, com'è San Marino, siano fondamentali.
Allora, con i limiti di capacità che un piccolo Stato e una piccola università hanno, l'Università di San Marino oggi ha raggiunto, pensa l'Università naturalmente, vedremo gli ospiti russi cosa pensano, aver raggiunto un grande obiettivo, seppur con un piccolo contributo, quello di offrire ospitalità. E il grande obiettivo è che questa conferenza si tiene appunto in questa meravigliosa sede. D'altra parte, chiudo con questo, una missione storica della Repubblica di San Marino è proprio quella di offrire ospitalità. E quindi, quale migliore occasione di questa? Vi auguro i migliori lavori e vi ringrazio molto dell'attenzione. Grazie. Спасибо. Я вспоминаю, как мы с Микеле встречались 2 года назад, и господин Перичари тоже, с госпожой Мальрони, когда она была секретарем и министром иностранных дел. И тогда уже вот эта идея отношений России с небольшими государствами по размерам, но не по значению, мы обсуждали. И вот сейчас мы через 2 года приблизились к этой теме, так что спасибо, ведь тогда впервые мы обозначили. И я хочу сказать, что от лица Сан-Марино к нам присоединится еще министр промышленности, он подойдет на вторую сессию, господин Марко Арзилли и Иван Фоски, депутат парламента Сан-Марино. Это будет во второй сессии. Ну и так мы продолжаем нашу дискуссию в рамках нашей программы. Елизавета Антонова, начальник отдела журнала «Международная жизнь». Видишь, я прямо читаю. Пожалуйста. И тема ее доклада. «Россия, Европа. Международная журналистика нуждается в перезагрузке». Спасибо, Арман Гарникович. Я приветствую всех участников конференции. И мой доклад называется «Россия, Европа. Международная журналистика нуждается в перезагрузке». По случаю... Микрофон. А можно сюда? Там можно сюда. Можно сюда? Да? Попробуй, там надо рычаг. Так слышно меня? Да, вот так, поближе. По случаю Всемирного дня свободы печати 2015 года ЮНЕСКО проводила конференцию и посвятила ее основным 3 темам, главной из которых стала проблема необходимости качественной журналистики, предоставление независимой достоверной информации, что по-прежнему остается главной проблемой медиапространства, претерпевающего изменения за счет коммерческих и технологических факторов. Вопросы нравственной регуляции журналистики и ее деятельность стали предметом общественного внимания достаточно давно. Но надо сказать, что на сегодняшний день журналистская этика институализирована больше, чем раньше. Сотни этических кодексов, советы по прессе во многих странах активно работают, появляются даже ньюс-омбудсмены. Но изменяющаяся реальность бросает журналистам новые вызовы. И проблема этической регуляции журналистской деятельности стоит сегодня не менее остро, чем раньше. Тема нашего пленарного заседания сформулирована как «Россия и Европа. Поиски новой объективности в новой реальности». И для того, чтобы начать поиски новой объективности в новой реальности, необходимо, конечно, оценить действительность. И в последнее время мировая журналистика, приняв на себя роль 4-й власти и немножко опьянев от этого статуса, перестала в полной мере выполнять те задачи, которым она посвящена. Хотя по большому счету, исходя из политико-правовой теории, согласно которой государственная власть должна быть разделена между отдельными ветвями, СМИ скорее должна стоять отдельно, позиционируясь как структура информационная и неформально вмещающая в себя все ветви власти, ну, конечно, не исчерпывающая их. И раньше журналистика оперировала фактами, а не слухами, а сегодня она теряет свое качество, за счет чего дискредитирует себя. Особенно остро этот процесс протекает за счет развития интернет-информационных технологий, позволяющих каждому стать частью публичного пространства, где зачастую пренебрегают ответственностью, провоцируют конфликты и столкновения там, где возможен диалог.
Конечно, сегодня под эгидой общественной пользы, высоких идей, СМИ часто действуют чьих-то конкретных интересов, будь то государственные, экономические, корпоративные и другие. Это главный фактор потери доверия к журналистам. Для характеристики современного состояния медийного пространства актуально вспомнить слова из комедии Бена Джонсона «Склад новостей». А в ней автор осмеивает издание, где содержатся слухи, похожие на правду. Автор говорит, что подобного рода журналистика может видеть свое безумие, голод и жажду по печатным брошюрам новостей, издающимся каждую субботу, самодельщине, высосанной из пальцев и не содержащей ни слова правды, а большего несчастья в природе или худшего пятна на эпохе и быть не может. Конечно, сегодня неправомерно истолковывать функции СМИ как чисто информативную. Информация уже не воспринимается без интерпретации, что придает журналистской деятельности особую ответственность. В предисловии к первому номеру своего издания философ Пьер Бейль отметил важность стремления журналиста к объективности и точности, сказав, что мы свободны от неразумной пристрастности, мы будем выступать скорее в роли докладчика, чем в роли судьи, и мы проведем выдержки из книг, направленных против нас, столь же добросовестно, как и книг, выступающих за нас. И, исходя из реалий сегодняшнего дня, вновь необходимо поставить вопрос о том, как журналисту идентифицировать свою этику, с какими критериями соизмерять ее. По мнению современных философов, этиков, занимающихся и специализирующихся на этике СМИ, в журналистике можно выделить 7 базовых нравственных ценностей. Это, конечно, свобода слова, социальная ответственность, правда, беспристрастность, непричинение вреда, справедливость и честность, которые являются предельно широкими в контексте журналистской этики. Ценность социальной ответственности трактуется как ответственность журналиста перед обществом за последствия своих действий в краткосрочной перспективе. В 40-х годах в США комиссия по вопросам свободы печати исследовала ситуацию с свободой слова и нравственностью в американских СМИ. Подготовила доклад под названием «Свободная и ответственная пресса», выводы которого были названы теорией социальной ответственности прессы. Именно этот доклад оказал огромное влияние на большинство современных систем журналистской саморегуляции. Очень важно сказать о том, что европейская журналистика всегда стремилась к бережному обращению с информацией, заботилась о ее объективности и беспристрастности, что послужило предпосылкой для формирования идеального образа журналиста. Например, эпоха Просвещения совпала с становлением и расцветом журналистской периодики. И есть одна любопытная ситуация. В период, когда властителями дум были философы и писатели, роль печатного слова в формировании общественного мнения возросла многократно. Этот период иногда называют эпохой персонального журнализма. Практически за каждым периодическим изданием стояла личность редактора или издателя, проводившего свою идеологию. Писатели и философы часто видели необходимость создания журналов для пропаганды собственных взглядов. Журналы, как концептуальные издания, стали одним из основных коммуникационных каналов для распространения просветительских идей для широкой читательской аудитории. Российская журналистика также формировалась в условиях тесного взаимодействия с философией. Без поддержки журналистики философия в России еще долго бы оставалась продуктом чужеземной учености. В периодических изданиях обсуждаются важнейшие проблемы смыслоискания и любомудрия. Складываются целые идейные течения и направления. Весь цвет университетской профессуры устремляется в газеты. Любомудрие, как течение, играло огромную роль в духовной жизни людей того времени, в том числе и для православного сознания, где любомудрие – это поэзия, философия, то есть сгусток всего сакрального. Именно журналистике обязаны своим возникновением такие направления отечественной мысли, как славянофильство и западничество. Поистине, вся новейшая русская философия есть детище русской журналистики. А отечественная журналистика, в свою очередь, взяла очень важные черты от любомудрия и философии. Стремление к поиску объективности, справедливости, вниманию к фактам общественной жизни, дискурсивности, а также стремление сформировать полную сбалансированную картину реальности, что привело к становлению образа журналиста-интеллектуала. Ибо журналистика – это важная арена мыслительной деятельности, конструкция и развлечение того, что является более и что менее важным. Конечно, сегодня подход к профессии журналиста претерпевает изменения. Критерии, требования, вызовы, перед которыми стоит журналистика, во многом зависят от условий, которые диктует глобализация. Журналистика становится более открытой, более массовой, что зачастую приводит к потере качества ее результатов, деятельности.
В связи с последними конфликтами на Украине, в Сирии, в Грузии и других странах мы можем видеть, как игнорируются важнейшие аспекты деятельности журналиста. Зачастую ложь, искажение фактов, лицемерие становятся инструментом пропаганды той или иной точки зрения. Наглядным примером могут служить издания, в которых неустанно критикуется Россия. Для убедительности и наглядности авторы используют лишь затасканные стереотипы, которые демонизируют ее, не опираясь на факты, рассчитывая на то, что читатель, зритель, пользователь не найдет ни времени, ни энтузиазма для того, чтобы понять, как происходит на самом деле. Еще одним важным фактором, говорящим о сомнительной этике или ее отсутствии у СМИ, является то, что взаимоотношения людей, живущих в странах Европы, например, в России и в России, в реальности на порядок более гармоничные, более теплые, нежели их позиционируют в медиапространстве. Число людей, которые относятся к России с симпатией, по данным некоторых опросов, составляет только 30%, это официально. А фактически же эта цифра гораздо выше. По некоторым другим опросам, вот, например, только 10% немцев считают, что СМИ немецкие пишут о России правду. Но это немного, на мой взгляд. Понятно, что в условиях санкционного конфликта между Россией и западными коллегами то, что происходит в СМИ, вот эти в СМИ противоречия возникающие, они смотрятся вполне закономерно. Но многие эксперты справедливо считают, что даже если Россия признает все эти якобы неправильные действия, в которых ее обвиняют, то все равно отношение в зарубежных СМИ к России вряд ли поднимется на градус больше. И надо сказать, что у России и Европы цивилизационные связи гораздо прочнее, глубже, и их очень сложно нивелировать за счет искусственного разжигания розни руками не всегда добросовестных СМИ. Все вышесказанное часто интерпретируется специалистами как то, что журналистика при всех тенденциях современности, ну, я говорю о глобализации, усилении роли информационных технологий, социальных сетей, теперь служит заурядности. В свое время Оскар Уайлд говорил о том, что свое оправдание журналистика может сослаться на великий дарвиновский закон выживания зауряднейшего. Пространство качественной журналистики, которое заставляет человека думать, остается все меньше. Это факт. Журналист становится заложником большой политики. Политики редакционной, экономики, квазирынка, так как вынужден выживать, зарабатывать себе на хлеб. Потому возрождение той журналистики, которой нужен думающий читатель, крайне важно и необходимо. И корни ее не могут быть добыты из этических кодексов, а должны базироваться на тех положениях, где индивидуальная совесть и интеллектуальная честность есть основа любого действия. А сегодня, опять же, глобальные вызовы, экзистенциальные проблемы, терроризм, угроза безопасности, экологические катастрофы, стоящие перед человеком и журналистам, таковы, что их уже не решить с помощью старых методов. И заканчивается век информации, начинается век самоопределения. Больше нет проблемы со сбором информации, есть вопрос и проблемы с ее интерпретацией. И тут возникает вопрос о журналистской этике вновь. С какими ценностями ее соизмерять? Какие критерии у журналистской профессии должны быть сегодня? Может стоит избавить вообще журналистику от этической нагрузки? Пускай она будет играть роль инструмента общественного контроля, базирующегося, как и другие, на нормах права внутрикорпоративных кодексах. Да, но если бы они с этой задачей справились, но они не справились. И сегодня образ журналиста можно сравнить с орлом из знаменитого древнегреческого предания. В 455 году нашей эры великий драматург и философ Эсхил, известный также как отец греческой трагедии, умер самым неожиданным образом. Он, как говорили, был убит черепахой, которая была сброшена орлом, ошибочно посчитавшим голову философа, большим камнем, подходящим для того, чтобы разбить панцирь рептилии. Так вот, вместе с тем вполне очевидной стала необходимость перезагрузки журналистики, в которой главную роль должна сыграть, если не новая, то обновленная ответственность перед лицом беспрецедентных вызовов самой жизни, если, конечно, журналистика не хочет оставаться служанкой чьих-то интересов. Спасибо. Елизавета затронула сразу несколько профессиональных вопросов, очень важных. Но я бы хотел подчеркнуть одно. Вот насколько мы, как средство массовой информации, отражаем мнение действительно
людей, народа своего. Понятно, что в разных странах разные точки зрения. И мы не можем себе представить в условиях свободы слова, чтобы не звучала вся полифония точек зрения. Это есть в России. В России есть и оппозиционная пресса, и оппозиционное радио, и оппозиционные телеканалы. Никто не говорит, что вот нужен такой стримлайнинг. Но вот интересный вопрос. Вот приведены данные по Германии. Действительно, мы сталкиваемся с этим повсюду, что позиция СМИ в отношении России не отражает точку зрения значительного числа читателей, зрителей, слушателей. 10% действительно, это независимый опрос, это не Россия проводила, но это действительно шокирующие данные, что только 10% немцев верят, что о России говорят правду. Ну, это, конечно, печальный фактор. Но тогда возникает вопрос, а вообще, насколько объективно наши отношения, Россия-Европа в целом, находят отражение в СМИ? Надо сказать, что в последнее время статьи более сбалансированные. Не то, что они лишены критики в адрес России, да, ради бога, как бы, это только хорошо, если критикуют Россию, будем учиться чему-то. Но когда журналист заранее ставит себе задачу убедить свою аудиторию, что с Россией не надо торговать, не надо даже, не есть такие издания, осуществлять культурный обмен, то тогда возникает вопрос, а насколько это ответственная позиция журналиста по отношению к развитию отношений России и Европы, которые насчитывают века. Вот это вопрос действительно этический, который сейчас определяет так называемая редакционная политика. Это скрытая форма цензуры на самом деле, когда вам о чем-то разрешают писать, а о чем-то нет. Вот эти темы, может быть, кто-то в дальнейших докладах поднимет эти вопросы. И я хочу предоставить следующее слово своему коллеге из Болгарии, господин Динко Динков, заместитель главного редактора журнала «Международные отношения». Его выступление будет на тему «Европа в условиях напряженности в отношениях между Россией и Европейским Союзом. Роль государства, не членов Союза в поддержании духа сотрудничества на континенте». Пожалуйста, господин Динков. Только у меня просьба ближе к микрофону, может быть, немножко поближе к себе. Поближе, да? Да, потому что... Большое спасибо, уважаемый Армен Горникович, уважаемые дамы и господа. Позвольте, во-первых, выразить мою благодарность за приглашение со стороны организаторов этой конференции и за возможность участвовать в этих дискуссиях на этом прекрасном месте. Англичане говорят «small is beautiful», то есть «маленькое есть красивое». Вчера и сегодня я убедился, что это правда. Кажется, что найдено подходящее место для обсуждения актуальных проблем современной журналистики при отражении динамику процессов в Европе. Имея в виду начальный вариант оглавления конференции, я решил привлечь внимание на эффект, который производит битва за Европу, наблюдаемая за последние годы. Эта битва ухудшила отношения между Россией и Европейским Союзом, во-первых. Мне кажется, что сегодняшняя ситуация предопределяет остальным европейским государствам выполнять особую миссию – поддерживать дух сотрудничества на континенте, который сложился в рамках Хельсинкского процесса и после конца Холодной войны. В конце 20 века Европа заявила свои амбиции и исследовала попытку эмансипироваться от внешних зависимостей. Перемены в Восточной Европе и трансформации европейского сообщества в Европейский Союз зародили новое европоцентрическое начало. После Второй мировой войны в рамках двухполюсной модели международной системы европейские государства в большей степени потеряли свою независимость.
Радикальные трансформации в мире на грани двух столетий в значительной степени неожиданно раскрыли новый шанс и возможности для европейских народов и государств. На этом крутом повороте в истории человечества суперсила, которая одолела в гигантском конфликте, начала обосновывать модель нового мирового порядка. В себе определяла роль лидера в однополюсном мире. Но тогда в Европе появилась амбиция быть одним из первостепенных факторов в новом мире. Это, конечно, не было в гармонии с концепцией о новом мировом порядке. Кроме трансформации европейского сообщества в качественно новый субъект международных отношений, появились и другие центры силы. Поэтому и новый мировой порядок не состоялся, кажется. Анализаторам и средствам массовой информации не удалось осмыслить новые тенденции в отношениях в евроатлантическом пространстве, по-моему. Поэтому сохранилось и продолжает использоваться понятие «Запад» для обозначения монолитного единства стран, противостоящих Восточному блоку. Но, во-первых, Восточного блока уже нет. Во-вторых, отношения между стран Запада изменились. Вопросы, вопреки амбициям Европейского Союза утверждаться как один из первостепенных игроков на международной арене и как объединитель Европы, результаты несут и разочарование. Он неубедительный носитель европоцентрического начала. Кризис оказался очень глубоким. По разным поводам все чаще в Союзе демонстрируются национальные эгоизмы. Его общая внешняя политика и политика безопасности не удаются. Политика расширения блокирована. Появляются сомнения у стран-кандидатов на членство. Кандидатуры Турции и стран Западных Балкан оказались большим предизвикательством. Создание ожиданий у народов Украины, Молдовы, Грузии и так далее, наверное, не получит оправдания. Как говорил президент Путин перед 70-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, поставили постсоветские страны перед ложным выбором – быть им с Западом или с Востоком. Рано или поздно такая конфронтационная логика должна быть обернуться серьезным геополитическим кризисом. И он, кризис в разгаре. Кажется, что на фоне утверждения роли новых центров силы в США вынуждены привлекать Европейский Союз к сотрудничеству для осуществления их планов. На основе общих ценностей и общих интересов, хотя и все меньше совпадающие, США стремятся ангажировать Европейский Союз для поддержки их политики, направленной на обеспечение их лидерства. Примеров много. Борьба с терроризмом, Афганистан, Ирак, арабская весна, Сирия, Украина и так далее. Пора ли за Европейским Союзом создание новой модели торговых отношений, пора ли за мировой торговой организации, извините, подсказала необходимость сотрудничества с Европейским Союзом в создании новой модели торговых отношений. США сосредоточили свое внимание на подписании трансатлантического партнерства для торговли и инвестиций. Но для стимулирования Европы быть более сговорчивым, США сумели внести напряжение в отношениях с Россией. Украинский кризис стал поводом для налаживания санкций на Россию. Россия предприняла ответные меры, и отношения между двумя главными факторами в Европе ухудшились. Нажим на Европейский Союз продолжается. Отметим только беженская волна, а может быть отметим и скандал с немецкой фирмой Volkswagen. Трудно можно воспринять обстановку на европейском континенте как благоприятную для сотрудничества. Безопасность на перекрестке. Какая архитектура мира и безопасности в Европе возможна? Настраивать часть Европы против России.
Против России. Россию против остальную Европу – опасная для европейских народов игра. В этой обстановке нужен фактор для поддерживания духа сотрудничества и стабильности на континенте. И мне кажется, что такую роль могут им положено играть европейские страны, не члены Европейского Союза. Напряжение в отношениях между Россией и Европейским Союзом не в их интересах. Думаю, что историю нельзя забывать. Во время холодной войны нейтральные и малые европейские страны сыграли особую роль в снятии напряженности в Европе и, даже выиграли некоторые выгоды. В 70-х годах прошлого века они участвовали активно в поиске и выработке компромиссов между разными точками зрения по обеспечению безопасности на континенте и в создании атмосферы сотрудничества. Эти страны содействовали к заключению Хельсинкского акта. Может быть, сейчас Европа нуждается в новом компромиссе между всеми факторами на континенте. На основе хорошо обдуманных возможностей страны, не члены Европейского Союза, могли бы снова дать свой вклад в укрепление безопасности и для сотрудничества на континенте в интересах всех народов. Почему не подумать о Хельсинки-2? Конструктивные инициативы и их обсуждения могли бы сохранить дух сотрудничества. В этом отношении время возлагает ответственную миссию средством массовой информации и аналитической периодики. Нужно преодолеть штампу холодной войны и ответить на потребность дать осмысленное представление новой реальности. Наш журнал «Международные отношения» считает, что перед нами предоставляется шанс укрепления авторитета Европы в связи с выбиранием нового генерального секретаря ООН. България выдвинула сильную кандидатуру теперешнего генерального директора ЮНЕСКО, часто вспоминали здесь ЮНЕСКО, госпожа Бокова. Эта кандидатура может объединить нас, и такое объединение будет примером для поддерживания духа сотрудничества в Европе. Большое спасибо и прошу прощения за издевательство с моим русским. Спасибо большое. И я хочу спросить, господин Уткин успел доехать? Он сегодня... Ну, поскольку я вас в лицо вот сейчас первый раз вижу. Итак, вы готовы, да? Господин Уткин, сейчас я представлю, у него большой список его журналистских. Евгений Уткин, журналист, политолог и экономист международного приложения «Российская газета». Некоторые из вас знакомы, очевидно, с этим изданием. А также он участвует как автор в изданиях «Панорама», «Стампа», «Република». Называется его выступление, тема его выступления «Особенности европейской и итальянской журналистики в современных условиях». Пожалуйста, Евгений. Да, спасибо, так слышно. Prima di tutto è grande grazie di cuore a tutti i colleghi e amici che sono venuti qua, perché alcuni sono reali, alcuni sono virtuali, quindi aggiungo almeno decina di persone virtuali che erano amici di Facebook, di Twitter, eccetera. Ah, stop. Я обещал говорить по-русски, чтобы действительно, чтобы не возникали слишком большие сложности, я буду говорить по-русски. Преодолев успешно сложности переезда в это прекрасное место, надеюсь, мы преодолеем сложности и перевода, потому как я предварительно доклад не договорил, потому что я практик. Я практик, и по тому длинному списку, который Армен зачитал, я привык действовать оперативно, быстро, то есть, так сказать, проблемы, и это и плюс, и минус современной журналистики, часто оказываются именно в ее мобильности. То есть, если ты успел написать твиттер 2 секунды после того, то его могут... так сказать, еще раз перетвитить и так далее, гораздо больше людей, чем действительно компетентное, хорошее издание, которое напишет через месяц.
Мы здесь действительно упомянули очень хорошее выступление Елизаветы, которая как раз говорила о и сложностях журналистики современного. И Армен произнес о скрытой цензуре, которой я чуть-чуть позднее расскажу, как она действует в Италии. Она уже, по-моему, перерастает из скрытой цензуры в реальную действующую цензуру. Но прям 10 секунд – это даже не реклама. Я просто только что вернулся с Экспо вчера и позавчера там выступал в разных ролях и как лектор, и представлял российский павильон. Я просто хочу сказать, что кто еще не приехал, я думаю, что надо все-таки приехать, потому что это удивительное событие, удивительное место, где 150 стран, ну, 143 страны просто собрались, и там удивительно уникальное место, где нет, не ругается ни русский с американцем, не спорят, ни Палестина с Израилем. Все довольны и счастливы, показывают все, что есть лучше. То есть я такого не видел. Может быть, только спорт, но спорт это все-таки более компетитивно, там надо все-таки выиграть. А вот здесь это действительно тот слоган, где там был, конечно, прекрасный слоган де Кубертино «О спорт и мир», а вот «Экспо и мир» это вот действительно работает. Позавчера у нас на Экспо был экипаж космического корабля с российским, американским и итальянской, я назову космонавтами, естественно, Виталий, это астронавты. И они все, естественно, они сначала жили в космосе дружно, но они здесь вернулись, и мы совершенно поговорили хорошо с американцами и прочее. То есть это тот пример, который просто нужно заехать и почувствовать. Так, хватит насчет этого. И просто я был в свое время главным редактором журнала «Сапог», который является информационным спонсором Экспо. И запустили этот журнал, сейчас он идет, я ушел от этого. И дело в том, что в Италии очень много русскоязычных изданий, и глянцевых, и полуглянцевых. Они все в основном, в общем-то, боятся. Даже уже сначала боялись писать о политике, потому что считали, что лучше писать про кухню, про красивых женщин, про то, какие природы, как красиво Сан-Марино, как уникально патримонио ЮНЕСКО и так далее. И это правильно. Но политику боялись затрагивать не из-за того, что как-то их закроют, а из-за того, что просто рекламодатели, которые, естественно, фэшн, рестораны и так далее, они просто отвернутся и побоятся. Вот один из небольших примеров, хотя это локальный журнал «Озеро Кома», и издатель и директор этого журнала, Татьяна Рыкун, она хотела заехать сюда, но, к сожалению, нет. Я захватил штук 15 этих журналов, поэтому, кому интересно, я подарю с удовольствием. Вот она не боится, она пишет обо всех политических событиях, как Путин посетил Экспо и как его встречали гораздо лучше, чем премьер-министра Ренци. Это все видели, но об этом написала только она. И это как раз к вопросу о том, как Елизавета рассказывала, как относятся немцы к России. Так вот, итальянцы к России относятся ничуть не хуже, а даже, наверное, лучше, чем немцы. И, соответственно, по опросам общественного мнения, которое официально достаточно низкое, и все одобряют политику Европейского Союза, потому что о политике Италии, в общем-то, говорить достаточно трудно. Нужно говорить действительно о политике Европейского Союза, если это правильно перевели. Вот. Да. Когда я начал критиковать Италию, я, естественно, у меня потерял дар речи. Это так называемая скрытая самоцензура. Еще один пример. Так вот, в Италии очень много журналов, естественно, я не буду их перечислять, и для которых я пишу и писал достаточно много, и меня много приглашали на телеканалы Sky, Rai и так далее. Сейчас приглашают меньше, потому что иногда слышат мнение, которое как бы не стрим, официальный стрим Итальянской Республики, Европейского Союза, лучше назовем Европейского Союза.
И, пожалуй, самое интересное, что остался единственный журнал, который «Иль Джорнале». То есть прямо это «Иль» — это как бы в этом смысле это превосходное, что вот единственная газета, которая осталась в Италии, которая даже не странным образом, почему те, кто живет в Италии, это поймет, она пишет достаточно объективно и достаточно хорошо про Россию, ну потому что она принадлежит, естественно, другу России Сильвио Берлускони. Хотя некоторые издания группы Мондадори, которая тоже принадлежит Берлускони, в общем-то, иногда и не очень жалуют Россию. Но вот «Иль Джорнале» он просто приятно радует. Что не скажешь про главную газету Италии, это «Репубблика», это «Карьера». Так вот, самое интересное, более всего интересно читать комменты, комментарии читателей после этих статей про Россию. И они проводят даже свои опросы. Ясно, что это опросы может быть не 100% объективны, потому что выборка легко сдвинута в сторону России, но всегда по всем острым вопросам они спрашивают, например, по последнему вопросу по Сирии, вы согласны с Обамой, либо вы согласны с Путиным? И что бы вы думали? Ясно, что ответ в зале, конечно, вы скажете, что согласны с Путиным. И это правда, но дело в том, что это 97% за Путина. 97% и 3% за Обаму. То есть вот это... Я боюсь, что если бы такой же опрос был опубликован в «Републике», были бы цифры немного другие, но тем не менее с абсолютным большинством победил бы Путин, либо некоторые опросы «Россия» или «Европа» и так далее. То есть вот как ни странно, то есть «Мейнстрим», 9 новостей, если их оценивать нейтрально, негативно про Россию, одна новость позитивна, а вот люди, которые особенно в разговорах говорят, ну да, что-то вас совсем там клюют, это негативно сказывается на деловом климате, это, причем не только санкции, а именно вот этот фон информационный, он естественно негативно сказывается на деловом бизнесе, то есть не хочется больше вкладывать, народ боится новое предприятие, новые дела. И действительно, то, что сказал Армен, это отношения России и Европы, и Италии, они складывались сотнями лет. И то, что сейчас происходит, это обидно, причем обидно больше европейцам, больше итальянцам. Но... Как я уже сказал, то есть нет, я лучше повторю слова Армена Оганесяна, как раз в Европе существует жесткая цензура, то есть она скрытая цензура. Причем, если несколько лет назад эта цензура была основана больше на исторических, культурных корнях, то есть, например, в России... В общем-то, было не деликатно, не принято, не запрещено, но нехорошо обмывать там косточки, там личные, интимные подробности высших людей государства. И это даже не цензура, это просто неприятно, некрасиво. В Италии это просто обожали делать, но для очень внимательного читателя и тот, кто следит, почему-то обожали делать больше всего про Берлускони. То есть вот единственный человек, которого просто раздели в средствах массовой информации и описали вообще все, это был Сильвио Берлускони. Такого не было ни с Монти, ни со следующими премьерами, такого нет и с Ренци. Это как-то удивительно. То есть вообще итальянцы любят показать правду в матку, особенно с сексом. Понял? Да, тогда хорошо, тогда вот этот процесс эволюции, то есть сначала из этических таких, это разное, он перерос в другие направления, то есть он стал больше экономическим через несколько лет, то есть когда наступил кризис в Европе и в Италии, который все еще продолжается, издания перестали... как бы писать плохо про компании, которые рекламодатели, либо компании, которые могут быть потенциально
рекламодателями. Я говорю про Италию. То есть, например, я писал достаточно много для эксперта, то есть это еженедельник российский, и мне было гораздо проще написать, если, конечно, объективно, если с цифрами, если это, может быть, неприятные вещи про «Газпром», но очень трудно написать и опубликовать в Италии неприятные вещи про «Эни», «Энель», «Фиат» и так далее. То есть даже критика, которая реально, вам кажется, это критика, если вы вдумаетесь, то на подсознание это становится не критикой, а как бы наоборот похвалой этой компании. То есть удивительный изворот итальянской журналистики. И третий этап вот наступил совсем недавно. Это, естественно, в связи просто стеной и противостоянием, начиная с Украины и потом сейчас уже с Сирии и другие. То есть действительно с укреплением России на политической арене, просто большой самостоятельности и с не только непризнанием и непонятием Европы, а просто действительно Европа выступает как противник, а не... И здесь просто наступила реальная цензура. Она уже даже не скрыта, а просто действительно запрещают писать хорошо про Россию некоторые издания. Я знаю, просто сейчас не буду цитировать, я могу рассказать, обзову их в кавычках анекдоты, а это правдивая история, но это оставлю на обед, потому что времени нет. Времени нет, поэтому да, 10 секунд, спасибо, Армен. Но... проблема в том, что действительно в Италии стало трудно писать, стало писать трудно итальянцам. Если будут журналисты, действующие журналисты, они, вероятно, могут сказать. Приходится иногда использовать эзопов язык. Но итальянский народ, европейский народ, он понимает, что что-то не так. Поэтому как раз вот эта конференция, она и может быть признана, чтобы как-то решить и... Россия, с одной стороны, действительно работает, то есть появился спутник, усилилось то, что было раньше РИА Новости, Russia Today абсолютно, это и наше издание, Russia Beyond the Headline пытается что-то делать, но это, конечно, капля в море. Вот, и я на этом закончу, потому что 10 минут это немного. Спасибо. Предусмотрели возможность неформального общения, так что тут каждый тезис можно развивать, и тут интересна фактура сама по себе. Я хочу сказать, что действительно редко встречаешь конструктивные статьи, хотя приведу вам один пример очень интересной беседы с господином Романо Проди. Вы вспоминали Берлускони, а я... Романо Проди, хочу вспомнить, который давал нам здесь эксклюзивное интервью, весьма критичное в отношении внешней политики России. Он критиковал нас за то, что мы не активны в Африке, что мы упускаем очень многое из тех ресурсов развития отношений с Европой, которые могли бы быть. Что интересно, его мысль, которую он высказал, я потом не встречал нигде, потому что хоть мы ее повторяли и говорили о ней, но... никто это особо не цитировал. Он сказал, что если бы внимательно в Европе, если бы внимательно относились к идее, например, Евразийского союза, то нигде бы не увидели в этой модели модель закрытую. Не только для новых членов, а и для европейского сотрудничества ЕС. А ведь это, Романо Проди, для нашей экономики европейской, говорит, замечательный кластер между Европой, Евразией с выходом в Тихоокеанский регион. И на самом деле, он говорит, я бы Евразию называл иначе, я бы подразумевал Евразию, ну ты помнишь, да, Евразию от как раз от Лиссабона, да, до Владивостока, это все Евразией можно назвать, но можно и так, конечно. Вот жертвы украинских событий, одной из первых жертв, мне приходилось это говорить в Москве перед европейскими дипломатами, которые во многом соглашаются, вот так вот визави соглашаются, потом уже как бы и забывают об этом. Да, говорят, вы правы, жертвой украинских событий стала идея большой Европы, одной из первых жертв. Но посмотрите, Путин, тем не менее, к этой идее опять возвращается, даже в условиях вот нынешней напряженности. Он опять говорит, что Евразийский союз, где активный, но не единственную роль, кстати, даже...
не инициатором России была Евразийского союза, да, она поддерживала, а идея родилась в Казахстане, но что эта модель открытая для Европы, больше того, дающая ей стратегическую экономическую глубину, так необходимую сейчас в условиях кризиса. И он опять это повторил в своей недавней речи. Поэтому я думаю, что вот, а вот эти аспекты, например, крайне редко встречаются в европейской печати. Я имею в виду не чисто даже политику, а вопрос экономики, и это в условиях кризиса. Хотя объективности ради, можно не соглашаться с идеей Большой Европы, считать, что это мечта. Ну, началась она с Деголя, но, как говорил Лев Толстой, забирайте выше по течению, река жизни все равно снесет вниз. И тем не менее, все мы, наверное, были бы рады, если бы в какой-то форме проект «Большая Европа» осуществился. Я признателен Евгению за выступление и хочу предоставить слово следующему выступающему. Изабелла Пашинян, руководитель службы генерального директора общественного телевидения России. Россия и Италия. Возможности сотрудничества и создания культурного и образовательного медиапространства в рамках общественного телевидения. Общественное телевидение, у общественного телевидения многомиллионная аудитория в России. Это сравнительно молодое телевидение, да, Изабелла? Да. Оно существует сколько? Три года. И его идея как раз была создание общественного формата телевидения. Там нет рекламы. И это открытая площадка для дискуссий и разных точек зрения, но, впрочем, об этом расскажет Изабелла лучше, чем я. Извини, что я позволил себе такую интродукцию. Да, пожалуйста. Добрый день. Я очень рада приветствовать вас от имени Общественного телевидения России. И хотела бы немножко перевернуть разговор в другое русло и представившаяся возможность мне представить Общественное телевидение России, которое было создано указом президента Российской Федерации в 2012 году. И в рекордно короткие сроки, всего за 8 месяцев, канал начал свое вещание в мае 2013 года. Это федеральный канал, цифровой телеканал. Значит, генеральным директором и главным редактором, которого является один из известнейших, авторитетнейших российских журналистов Антон Григорьевич Лысенко, который создавал много различных интересных проектов на российском телевидении, а также принимал участие в создании нескольких телеканалов. Руководящим же органом нашего телеканала является Общественный совет, в который входят яркие и известные представители разных профессий, известные журналисты, писатели, деятели культуры, региональные деятели и, что для нас очень важно, представители различных религиозных объединений. Основными целями и задачами нашего канала является именно развитие гражданского общества в России, просвещение, образование и пропаганда общечеловеческих ценностей. Это площадка для обсуждения самых актуальных проблем, волнующих наше общество российское, а также средства открытого взаимодействия между властью и обществом. На нашем канале в основном идут, мы сделали упор на региональное вещание. То есть Россия многонациональная, как вы знаете, многоконфессиональная страна. И на нашем канале идет очень много различных программ, передач, документальных фильмов о российских регионах. У нас есть новостной большой блок. Очень много аналитических программ, интервью, художественного и документального, пока еще мы только вещаем, ну, как у нас много художественного и документального российского кино. Я бы хотела остановить свое внимание, вам представить некоторые проекты, которые, как нам кажется, могут заинтересовать, значит, российских и итальянских журналистов. Один из таких основных наших проектов является новый интерактивный информационный канал «Отражение». Это 4 часа прямого эфира ежедневно. У нас в России более нет другого канала, который 4 часа в эфире прямом выходит и общается со своими зрителями. Самые актуальные темы дня, эксперты, актеры, представители различных организаций, представители региональных телекомпаний, региональных газет и журналов периодически ежедневно к нам выходят по скайпу на связь, где мы обсуждаем социальные проблемы того или иного региона,
культурные события. Зрители могут получать эти новости и также могут стать участниками этих новостей. Они принимают активную дискуссию в рамках всех этих передач. Также у нас по будням есть такой новый проект, который называется «Календарь». Это такой датник, где мы ежедневно знакомим наших телезрителей с датами, не только российскими, а международными датами, интересными событиями, где что произошло именно в этот день. Хотелось бы особо обратить внимание еще на один интересный проект, который мы задумали, называется «Малые города». На наших больших федеральных каналах очень много различных проектов, но мы тут обратили внимание, сделали исследование, что мы сами в России порою не знаем, какие у нас есть интересные регионы. Этот проект выходит тоже ежедневно, это пятиминутный небольшой сюжет о малом городе, где мы рассказываем о том, как живут эти люди, какие исторические, культурные там есть памятники, какие стартапы там возникли. Очень часто это очень воодушевляет, и зрителям очень важно понять, где они живут и что происходит в своей же стране. В течение этого года у нас такое очень для нас знаковое приобретение было. У нас открылся проект, который называется «Документальный экран». В рамках этого проекта один из известнейших российских журналистов, историков Леонид Млечин представляет цикл документальных фильмов. Одну из них мы уже запустили в эфире в мае этого года о Второй мировой войне. В ноябре же будет премьера 12-серийного цикла документальных фильмов, посвященного Первой мировой войне. Также у нас вот будет такой проект, который называется «Вспомнить все». Это проект не только о российской действительности. Здесь запутанные разные исторические проблемы раскрываются. И очень интересно, используя документы, архивы, архивные съемки. Вот это все представляется нашему зрителю. И порой иногда ситуация, когда ты смотришь даже архивные документы, интересные вот подводки, которые делает Леонид Млечин, ты на них смотришь и понимаешь, что такое ощущение, что мы говорим о сегодняшнем дне, хотя вот эти истории повторялись нам во время Первой мировой войны, в 60-е годы, в 70-е годы. Почему я вам обо всем этом рассказываю? Потому что мне там кажется, да, я от имени общественного телевидения России, я бы хотела сказать, что очень важно, и мы хотим предоставить эту возможность обменяться контентом. Вот эти те основные, да, наши такие интересные проекты, которые мы предлагаем, мы открыты. Мы считаем, что очень важно, чтобы наши телезрители знали об итальянской действительности, знали современную культуру. К сожалению, я выросла там в 70-е, 80-е, 90-е годы, мы очень хорошо знали итальянское кино, исполнителей. В последние годы у нас его очень мало. Для нашей молодежи, как нам кажется, это очень важно, и мы готовы, рады предоставить возможности для документальных, художественных, для интересных проектов. Нам очень важен и интересен опыт взаимодействия итальянских органов власти со СМИ, разных общественных организаций. Еще раз хочу обратить внимание, что это общественное телевидение России, и у нас есть определенные направления, мы готовы к каким-то интересным совместным, в том числе, скажем, там готовые проекты готовы у нас разместить. Для нашей молодежи очень важно увидеть, как развивается и живет молодежь в Италии, в Сан-Марино, потому что практически на наших каналах уже нет информации. А в дополнение ко всему сказанному, который вот вы говорили, немножко в сторону политической журналистики, я просто от себя добавлю, почему нам кажется, что это культурное медиапространство очень важно. У нас месяц назад, Армен Гарникович знает, мы проводили конференцию, такую знаковую для нас, которая называется международная конференция «Терроризм электронной СМИ». У нас приезжает очень много разных журналистов из разных стран. И когда приехал молодой журналист, такой очень знаковый, интересный, он такой блогер, очень активный, он приехал в Россию, и мы разговорились, это был такой образец, вот как вы говорите, да, когда он говорит, вы знаете, я когда сюда собирался, самое интересное, мне все говорили, а зачем?
Конференцию международную мы вообще-то впервые делали в России, мы делали в разных странах. Ну, то есть, ну так получилось, мы хотели пригласить в Россию, это мы проводили в Сочи, олимпийские объекты, ну, как бы надо же ротацию проводить. И он меня это удивило, потому что, ну, молодой журналист, он говорит, а я хотел сам увидеть, понять, ну, что происходит. Меня там пугали, ну, немножко отвлекусь, до того, что дошло, что блогер поставил компьютер, включенным по интернету, всем своим хакерам, друзьям сказал, посмотрите на камеру. Мы сидели, говорили, ты нам сейчас это серьезно говоришь? Человек из Парижа приехал. А больше всего меня потрясло, когда мы все, разговорившись, вспомнили писателя Александра Дюма, он на нас посмотрел удивленными глазами и сказал, а вы что, знаете Александра Дюма? Для советского человека, ну, скажем так, да, человека, там, не знать Александра Дюма, мы как-то считаем себя даже как, ну, что любой школьник должен это знать, и он удивился. Это я к тому, что современная европейская молодежь тоже не знает о нас, и как бы мало осведомлена, и мне кажется, вот через культуру, через образование, если мы это сможем построить постепенно, может быть, не столь быстро, но мы сможем лучше наладить отношения между нашими странами. Спасибо вам большое. Творческое предложение к общественному телевидению. Прям раз мы в Сан-Марино, сделать многосерийный фильм об истории и культуре этого государства. Об Италии действительно говорят и пишут много, и это правильно. Но, может быть, Изабелла вас вдохновит. Это место, где мы проводим конференцию. И канал снимет такой фильм в сотрудничестве с, конечно, Сан-Марино. Думаю, это неплохая была бы идея. Я хочу предоставить слово следующему выступающему, Франческо Рутелли, директор Ассоциации культуры России «Эмилия-Романия. Позиция России перед лицом новых реалий соглашения с Европой». Здесь господин Рутелли или его нет? Нету, да? Сейчас подойдет. А? Ну, погромче, я не слышу. Да, 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 конечно. Конечно. Господин Дмитрий Рылов, генеральный директор НИЯДА International. Культурные, деловые и повседневные практики русскоязычного населения Италии. Пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, тема моего выступления – это культурные, деловые, повседневные практики русскоязычного населения Италии. Проистекает из тезиса, что взаимодействие между странами происходит не только на уровне взаимодействия государственных институтов или же международных соглашений, встреч на высшем уровне, но и путем взаимодействия между населением различных стран, то есть межличностные контакты, они как раз во многом и формируют образ страны в глазах представителей другой нации. Особенно в условиях новой реальности, когда, к сожалению, государственные институты Европейского Союза и Российской Федерации находятся в прямом противостоянии по очень многим вопросам. А средства массовой информации очень часто дают черно-белую, однобокую картинку с каждой из сторон. Как и говорил уважаемый модератор нашей конференции, вопрос в том, насколько средства массовой информации действительно отражают мнение народа, представителей другой национальности, насколько они это мнение формируют. Как и один из предыдущих ораторов, господин Уткин, я практик, но я практик в сфере бизнеса. И
Бизнес в этих новых условиях продолжает работать. Создаются совместные предприятия, реализуются новые проекты. Причем не только на российском рынке с итальянским участием, но и наоборот. Можно привести примеры многих компаний, многих успешных проектов, как Ганча и Русский стандарт, или Метрополитано Меланезе, которая заключила новый договор с Millennium Bank и с РЖД буквально в середине прошлого месяца. Сухой Суперджет, многие другие проекты успешно развиваются. Такой пример и наша компания. Мы лидер российского рынка офисной мебели и перегородок. Уже 7 лет представлены в Италии. И были сложные моменты, были конфликты, были судебные разбирательства с бывшими хозяевами фабрики, которая была приобретена нашей группой компаний. Но больше положительных моментов, очень интересный опыт, богатая база данных архитекторов, дизайнеров, генподрядчиков и успешно реализованные проекты, прежде всего в регионах Венето, Ломбардия, успешно проведенные выставки, Миланский мебельный салон. С точки зрения бизнеса, конечно же, нужно быть вместе, и это осознание этого потихоньку возвращается на круги своя, потому что в последние 1.5-2 года санкции, эмбарго, общее замедление российского рынка, девальвация рубля, конечно же, очень сильно сказались на объемах товарооборота между Россией и Италией. В нашем мебельном секторе, например, импорт итальянской мебели в России упал практически на 35%. Но в последнее время есть, в последние месяцы, стойкое ощущение, что бизнес начинает всеми доступными ему способами и средствами стараться вернуться на докризисный, доконфликтный, выгодный для всех уровень. Проводятся различные мероприятия. Например, на следующей неделе в Москву приезжает видная делегация во главе с мэром Москвы. В Милан приезжает делегация во главе с мэром Москвы Собяниным и главным архитектором Москвы Кузнецовым. Возвращается итало-российская рабочая группа, основанная еще в 2002 году Путиным и Берлускони. И после перерыва в 2 года следующее заседание состоится тоже в те же даты, 14-17 октября в Чебоксарах, в Чувашии. На второй неделе ноября в Миланском университете Бакони будет конференция, посвященная очень амбициозному и перспективному проекту развития, создания инфраструктурного моста между Европой, прежде всего Италией, и через Россию и Казахстан с рынками Азии, Китай, Корея и так далее. Наконец, пользуюсь случаем, чтобы пригласить вас 21 октября в Верону, где будет у нас проводиться конференция по перспективам и возможностям российского рынка, где буду принимать участие. Так вот, я считаю, что взаимное притяжение наших стран, взаимный интерес способствует постоянному росту контактов и на межличностном уровне, и в виде туристических потоков, и в виде иммиграционных потоков. По опросам журнала Euromag, Италия занимает первое место среди стран, где бы хотели жить россияне. Она опережает, причем с большим отрывом, и Германию, и саму Россию. В Италии порядка 100 тысяч русскоязычного, точнее именно россиян, проживает постоянно. Кажется, что это может быть не такая большая цифра, но если мы сравним, например, с румынской диаспорой, которая насчитывает более 1 миллиона человек в Италии, или же с присутствием русскоязычным в Германии, там россиян в 5 раз больше, чем в Италии, конечно, становится понятно. От этого зависит, от количества и качества русскоязычного присутствия и отношения во многом к другой стране и к ее представителям. Но если мы объединим русскоязычных
граждан, выходцев из Советского Союза, украинцев, белорусов, молдаван, то тогда вот такая совместная диаспора, в принципе, претендует на место в тройке самых многочисленных иммиграционных групп в Италии. И это уже достаточно серьезная сила. Как говорил владелец сети магазинов «Калинка», торгующих продуктами питания, русскими, ну не совсем русскими, произведенными, как правило, в Германии или в Литве по русским рецептурам, русскими бизнесменами, у него в основном в Милане клиентура состоит из россиян, в Бреши из украинцев, в Вероне из молдаван, как правило. Вот есть такое географическое разделение, хотя, с другой стороны, в больших городах Италии, в Сан-Марино, насколько я знаю, не было создано, как-то не сформировалось русских чайнатаунов, то есть русскоязычных кварталов, районов, которые, например, наблюдаются в Израиле или в США. Мы все-таки отличаемся от китайской или арабской диаспоры. Мы менее дружные в чем-то, менее сплоченные, но в то же время и менее замкнутые, менее закрытые, более открытые к диалогу, как мне представляется. И это может быть тоже большим преимуществом. Есть различные ассоциации общины соотечественников в больших городах, в Турине, в Риме, в Венеции, в Абруццо, в Бари. Они, как правило, несут культурно-просветительский аспект. Прежде всего, приобщают к российской культуре, обучают русскому языку. Еще один важный момент, важная составляющая духовной жизни русскоязычного населения – это православная церковь. И здесь она представлена почти 40 приходами по всей территории Италии. В Вероне, где я нахожусь, есть маленькая церквушка в самом центре города. Там ведутся службы и на русском, точнее на старославянском, и на молдавском, не могу сказать, наверное, на старорумынском языке. Еще действует русский дом. Это на основе ассоциации «Коношере Евразия» и почетного консульства России в Вероне. Открыта русская школа для обучения детей и подростков русскому языку. Кроме того, в Дезенцано на озере Гарда работает другая русская школа, ассоциация «Мультигород». Это очень важно. Мы с женой, с группой единомышленников, фотографии отдельных наших встреч вы можете видеть в качестве слайд-шоу, тоже работаем над этим, потому что считаем, что это очень важный аспект. Например, многие смешанные браки теряют русский язык, потому что россиянка, вышедшая замуж за итальянца, просто не считает необходимым прививать русский язык своим детям. А это означает, что когда он вырастает, то он считает русский язык, он или на нем не говорит, или считает его второстепенным, потому что все вокруг, сверстники, в школе, соседи по двору говорят на итальянском, и учится он на итальянском, и работает он на итальянском языке. А когда понимает, что он, русский язык может быть действительно необходим, это действительно кладезь другой богатой культуры, может быть уже поздно или намного сложнее его выучить. Так вот, заканчивая свое выступление, хотел сказать, что, во-первых, русскоязычных жителей в Италии уже достаточно много. И, может быть, должны быть какие-то новые, более сложные формы организации и деятельности. И это выгодно всем. Это выгодно властям Италии и Сан-Марино, потому что это новый, может быть, более эффективный способ решения каких-то проблем. А во-вторых, это выгодно бизнесу Италии, России, поскольку это новая ниша, целевая аудитория, которая еще недооценена, как, например, люди пожилого возраста и иммигранты. В-третьих, Россия, это позволяет расширять сферу влияния и налаживать диалог с другими странами через своих послов, можно сказать, в других странах, представителей русскоязычного населения. Так вот, завершая свое выступление призывом, что
соотечественники всех стран, объединяйтесь. Русскоязычные СМИ, помогите нам, пожалуйста, в этом. Спасибо. Grazie mille per l'attenzione. Ну, мы увидели очень трогательные кадры сейчас на ваших слайдах. Спасибо. И, в общем, мысли ваши понятны, что это проводники и будущие строители новых мостов отношений между Россией и Италией. Спасибо вам за этот интересный доклад. Итак, Франческо Рутелли, финансовый административный директор Ассоциации культуры России Эмилия-Романия. Позиции России перед лицом новых реалий соглашения с Европой. В конце вопросительный знак. Пожалуйста. Buongiorno e grazie. Siamo onorati anche noi dell'Associazione Russia Emilia Romagna di essere stati invitati a questo convegno a dare il nostro contributo. Grazie. Innanzitutto vorrei chiarire il motivo per cui abbiamo costituito l'Associazione Russia Emilia Romagna. E visto insomma la delicata evoluzione dello scenario politico internazionale e la mancanza, a nostro avviso, nel nostro Paese di una seria informazione inerenti reali dinamiche e equilibri globali, abbiamo avvertito la necessità di costituire un'associazione culturale che potesse contribuire a diffondere e sostenere le posizioni dell'area eurasiatica rispetto a tali scenari. Noi organizziamo alcune conferenze, siamo in partenza con un corso di russo, facciamo attività culturali di questo genere per cercare di avvicinare il più possibile il nostro paese alla Russia e a tutto comunque lo scenario eurasiatico nel suo complesso. Arrivando subito al dunque della conferenza, del nostro studio, oggi vi riporto un estratto di quello che poi troverete negli atti, perché per questioni di brevità abbiamo ridotto. Non vorremmo mai perdere la gita che ci sarà più tardi. L'inizio del XXI secolo ha evidenziato criticità nel paradigma sistemico della cosiddetta società senza confini. A ben guardare, già 20 anni fa, alcune ricerche avevano evidenziato come esistessero più di 200 gruppi politicizzati che avevano l'intenzione di separarsi dallo Stato di appartenenza o comunque di rivendicare una forte specificità o il riconoscimento di una maggiore autonomia. In questo intervento ci focalizzeremo su quattro zone che manifestano evidenti criticità. Per prima menzioniamo la disputa del Caucaso, ricordando che l'Unione Europea ha concluso 10 accordi di partenariato e di cooperazione con la Federazione Russa per sviluppare democrazia, cultura ed economia nei paesi appartenenti a questa regione. Nonostante tali accordi, il governo di Baku non riconosce lo status quo e la mediazione del gruppo di Minsk dell'OCSE. Questo impasse diplomatico ha conseguenze importanti perché si collega anche alla questione energetica. L'Unione Europea continua a boicottare il progetto russo del gasdotto South Stream per favorire i concorrenti Nabucco e TAP che si avvalgono del decisivo contributo a zero. Nel Caucaso, altro ostacolo non indifferente a proficue relazioni diplomatiche tra Mosca e Bruxelles, riguarda il riconoscimento di Abkhazia e Ossetia del Sud, due repubbliche resesi indipendenti dopo l'aggressione georgiana del 2008. Nella ex Jugoslavia, poi, rimangono aperti problemi altrettanto difficili da risolvere a causa della cecità dell'Unione Europea che vorrebbe trasformare i paesi di nuova indipendenza in protettorati atlantici, pena il loro isolamento politico ed economico.
Tutti sono consapevoli che l'attuale assetto della Bosnia-Erzegovina non è sostenibile sul lungo periodo, a maggior ragione dopo l'effetto domino causato dal riconoscimento unilaterale del Kosovo voluto da Stati Uniti ed Unione Europea. Il referendum sull'indipendenza, più volte annunziato dal governo serbo-bosniaco, avrà ricadute immediate sul resto della regione balcanica. Analoghe minacce giungono dagli albanesi della Macedonia, dalla Serbia meridionale, dai musulmani del Sanjacato e addirittura dalla Vojvodina. Non è un caso che la crisi migratoria funga da fattore di ulteriore destabilizzazione proprio di questi paesi. Dalla Serbia infatti passano le strade più importanti per collegare Europa centrale e meridionale con il vicino Oriente. Amputarla ulteriormente di territori consentirebbe non solo di indebolire un tradizionale alleato russo dei Balcani, ma di ostacolare il controllo del traffico fluviale del Danubio, cioè una comunicazione vitale che collega il mare del Nord al Mar Nero. Un altro caso spinoso è quello della Transnistria, dove la presenza di un contingente di truppe russe costituisce un ostacolo alla normalizzazione dei rapporti tra Mosca e Bruxelles. Il memorandum Kozak, predisposto grazie all'abile diplomazia del Cremlino, avrebbe favorito la creazione di una federazione di tipo asimmetrico in cui Moldova, Pridnestrove e Gagauzia si sarebbero associate conservando comunque il proprio apparato statale e la propria legislazione. Le pressioni su Chisinau e la cecità europea che accusa Mosca di detenere in Transnistria enormi depositi di armi ne hanno però impedito l'attuazione. A nulla sono serviti due referendum nel 2006 che hanno dimostrato l'inequivocabile volontà degli abitanti della Transnistria di essere indipendenti e di ricongiungersi alla Federazione Russa. L'incubo occidentale riguarda anche l'ipotetico collegamento tra la Novorossia, Odessa e Tiraspol, un potenziale avamposto strategico russo in Europa, libero dall'accerchiamento delle basi atlantiche. In ultimo sono solo da accennare le crisi finanziarie di Cipro e della Grecia, che sono state gestite senza tenere in considerazione le legittime aspirazioni dei popoli. Il timore atlantico è che un intervento economico russo possa trasformarsi in un rafforzamento della sua influenza geopolitica nel Mediterraneo. A questo si aggiungano l'ingerenza turca, i problemi costituiti dall'avvicinamento di Ankara all'Unione Europea, il suo coinvolgimento nella crisi siriana e il progetto del gasdotto Nord Stream, tutti aspetti contraddittori che ingarbugliano ulteriormente la situazione nell'area euroasiatica. Concludendo, il progetto di Mosca dell'Unione Eurasiatica non è assolutamente incompatibile con l'apertura all'Europa, anzi ne rafforzerebbe gli strumenti per la creazione di una grande area doganale di libero scambio, basata sull'apertura totale dei commerci tra le due parti, l'abolizione dei visti e il rafforzamento della cooperazione su temi quali istruzione e sicurezza. Questo processo dovrà essere coordinato col programma di integrazione che i paesi BRICS stanno meticolosamente portando avanti e che, unito all'allargamento di istituzioni come l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, favoriranno negli anni a venire il deciso riassetto in senso multipolare del nostro pianeta. Se l'Unione Europea vuole davvero collaborare con la Russia sia per il reciproco benessere economico sia per dare una definitiva sistemazione alle tante questioni territoriali apertesi con la nascita dei piccoli stati, deve costruire un'architettura politica solida e conseguire una reale autonomia militare. Una prima soluzione potrebbe essere quella di costituire un euronucleo fondato su valori e intenzioni condivisi che possano dar vita ad una federazione legiferante a 360 gradi, magari sul modello federale indicato proprio dalla comunità degli stati indipendenti. Nel frattempo Mosca potrebbe valutare forme di diplomazia alternative per superare la politica distruttiva e cieca delle sanzioni economiche
favorendo così l'adozione di un modello giuridico interstatuale che renda conto anche delle ragioni dei tanti piccoli staterelli dimenticati o tormentati da conflitti congelati. Io con questo avrei concluso. Grazie per l'attenzione. И у нас последний выступающий по порядку, не по значению. И после этого мы можем обсудить, если есть вопросы к выступавшим или к нам. Давайте послушаем доклад Юриса Гулбиса, генерального секретаря Балтийско-Черноморского союза. «Двойные стандарты современной журналистики». Он из Латвии. Пожалуйста. По-настоящему живем в новой реальности, причем сталкиваемся с тем, что что-то новое каждый день. Мы живем в мире, перенасыщенном информацией. Телевизор, твиттер, компьютер, телефон, планшет, радио, подкасты. Не говоря уже о газетах, журналах, которые медленно снижают свои тиражи в пользу электронных средств массовых информации. Пару секунд и пару нажатий клавиш, и новость понеслась по современным оптиковолоконным трубам. С одной стороны, мы стали узнавать из Твиттера новости с места событий, пока журналисты еще туда не добрались. С другой стороны, появляются вопросы достоверности. Еще появляется неофициальный этический контроль со стороны читателей. Даже некоторое давление на популярные и авторитетные средства массовой информации. Когда моя мама в 1972 году поступала на журналистический факультет Ростовского университета, то она писала сочинение на свободную тему. «Нечаянная встреча через 20 лет». Начала она так. «Стою я в очереди за зеленым горошком в канун нового 1992 года и встречаю Кольку с последней парты. Получила за сочинение тройку». Она публиковалась с 13 лет, даже в «Пионерской правде». Отличница, и вдруг это тройка. Когда со слезами забирала документы, то доктор наук по советской публицистике по секрету ей шепнул: «Девушка, комиссия сочла ваш пессимистический прогноз об очередях за горошком через 20 лет несовместимым с кандидаткой в советские журналистки. Можно написать о нехватке горошка в некоторых местах сегодня, но писать об очередях за ним через 20 лет – это антисоветчина». Тогда стандарт был один – ни шага вправо, ни шага влево. Позже она поступила в Казахский государственный университет и, наученная опытом, писала сочинение о положительном образе Павла Корчагина, чтобы не подвели стандарты соответствия советской журналистке. Хотя она как в воду смотрела, в 92-м году были очереди не только за горошком в Советском Союзе, но даже и за молоком. Начнем с того, что такое стандарт. Есть два популярных значения. Это образец, которому необходимо соответствовать по свойствам и качествам, и нечто шаблонное, трафаретное, не заключающее в себе ничего оригинального и творческого. Как ни странно, но чтобы образцом по качеству изложения информации нужно использовать самые нестандартные решения. Поэтому именно сейчас в журналистике происходит стирание жанровых перегородок, и старые рубрики начинают работать в новой реальности. Типичный тому пример – это обычный прогноз погоды может использоваться для сглаживания сообщений с военных действий. Если 70 лет назад мощный голос Левитана в СССР вещал по радио от советского информбюро, то сейчас милая девушка с канала 24 говорит о погоде, которая благоприятствует удачным бомбардировкам в Сирии. Прошу поставить.
Теперь к одной из главных тем недели. В Сирии продолжается операция российских воздушно-космических сил. Как отмечают эксперты, время для нее с точки зрения погоды выбрано очень удачно. Первые удары по боевикам ИГИЛ были нанесены еще в среду 30 сентября. В несколько приемов российские бомбардировщики и штурмовики уничтожили крупный склад боеприпасов и, самое главное, командный пункт, откуда велась координация действий боевиков. Еще раз отметим, что время для начала воздушной операции выбрано очень удачно. Октябрь в Сирии в целом благоприятный для полетов месяц. Средняя скорость ветра 2-4 метра в секунду. По климату всего один раз в октябре здесь могут наблюдаться сильные порывы до 15 метров. А дожди бывают лишь раз в 10 дней. Причем самые интенсивные, до 18 миллиметров осадков, обычно наблюдаются как раз на севере, там, где идет операция российских ВВС. Но это не может... Просто идея понятная. Хотя российские действия критикуют весь западный мир, а если бы так критиковали американцев в западных СМИ, то войны в Ираке и в Афганистане закончились бы очень быстро. Честно сказать, моя надежда на то, что Россия сможет остановить войну в Сирии, и от этого и Европа будет в первой мере выгоднее. 500 лет назад французская королева Екатерина Медичи сказала: «Ложное сообщение, которому мы верим в течение 3 дней, может быть очень полезно государству». Значит, двойной стандарт имеет очень давнюю историю. Марк Твен тоже определил, бывает информация из первых рук и бывает информация, высосанная из пальца. Пример европейской прессы в Латвии, это же граница Европы с Россией, заголовки в изданиях переходят все границы. Заголовок был от таможней финансовой полиции, что, покупая контрабандные сигареты, европейцы спонсируют мировой терроризм. Появилась целая наука о таблоидных заголовках мгновенного удовлетворения. Зима не будет, Киргизия. Шокирующая правда, почему что-либо. Инвалиды-колясники шагнули навстречу Экспо в Милане. Банкомат едва не задушил бабушку. Мой друг и друг семьи Александр Генис говорил об интернет-СМИ, что это забор в глобальной деревне, на котором каждый дурак пишет все, что хочет, безграмотно и аморально. Интернет-таблоиды занимают первое место распространения слухов, совершенно раздутых слухов. А именно это сейчас надо нашему читателю, говорят редактора. Ведь сегодня в пару информационного перегруза и похожих источников все ведь поступают через интернет в основном. Как и где мы можем прорисовать грань между реальностью и выдуманных фактах. Как сказала ранее выступившая Елизавета Антонова, международная журналистика нуждается в перезагрузке. По статистике, первоисточник авторитетный, как BBC, перепечатывает как минимум 20 тысяч раз в интернете, уже со своим наклоном. А эти авторитетные источники перепечатываются другими авторитетными, менее авторитетными источниками, тоже со своим наклоном. И потом у нас получается интересная история. Классическим примером дипломатических двойных стандартов является ложный информационный посыл для демонстрации истины. Посол Израиля в ООН. Когда Моисей после 40 дней в пустыне искупался в реке, то, вернувшись на берег, одежду его украли арабы. Посол Палестины. Это ложь. В то время арабов там не было. Вот с этого я бы и хотел начать, заявил посол Израиля. Всегда существовало 3 основных способов заставить людей делать то, что вы хотите. Власть, покровительство и убеждение. 5-я колонна добавила 4-й выброс ложной сенсации. Моральная или этическая сторона, то есть правильность любых действий, должна оцениваться исходя из того, насколько они включают в себя устремление всех тех, кого данные действия затрагивают или могут затронуть. Сейчас таблоидная пресса только что и делает, что трогает за вымя. Всех по принципу. Потом разберемся. Если что, то заплатим штраф или компенсацию. Как правило, самые сомнительные заголовки начинаются так. Вся правда о том, что происходит на самом деле в Сирии, в Латвии или где удобно. Где угодно. 50 лет назад в СССР всю правду читали только из одной газеты. Эта газета называлась «Газета Правда». За такие заголовки главный редактор был бы отправлен в тюрьму. Иногда независимость СМИ и отсутствие цензуры в хорошем смысле слова
приводят к войне слов. Законы журналистики таковы, что заголовки должны охватывать основные моменты события, заинтересованность читателя, сделать так, чтобы ему захотелось прочитать этот сюжет. Статистика показывает, что около 80% людей читают только заголовки и судят о содержании материала, что сделало Твиттер очень популярным. Люди были бы счастливее, если бы не слова. Слова разделяют людей, говорил Тони Гуэра. И когда я писал этот доклад, я не думал, что замечательная супруга будет так близко. Но, к сожалению, есть и такие заголовки в прессе, которые делят людей беспощадно. Это происходит на протяжении многих лет между Израилем и Палестиной, Россией и Украиной сейчас, в Африке, в Тихом океане, в Афганистане, в Иране, в Сирии и даже в Евросоюзе. С 1 января 2014 года в Великобританию смогут приехать трудовые мигранты из Румынии и Болгарии. BBC признает то, что быть неполиткорректно может оставить их в очень сложную ситуацию. Можете ли вы провести уличный опрос о том, хотят ли ваши соотечественники видеть в стране несколько сотен тысяч новых граждан, и можете ли вы поручиться в том, что финальный репортаж включите все мнения, которые услышат? Конечно, нет. Заголовок Daily Mail по поводу мигрантов из Румынии. Все самолеты выкуплены, толпы румын и болгар скоро заполнят нашу землю. Точно так тема беженцев доведена до абсурда в европейских СМИ. Она самая желанная. Если вы хотите, чтобы вашу статью опубликовали сегодня, то используйте в заголовке слово «беженцы». В заключении доклада хотел бы вас оставить с такой мыслью, что все мнения, все источники надо брать с щепоткой соли, оценивать и делать свои выводы. Не забывайте о том, что помимо видимого над водой айсберга под ним скрываются политические интересы, тираж, реклама, эфир, продажа, прибыль и другие видимые силы и задачи. Спасибо. Спасибо за этот доклад, в котором на самом деле поставлена очень важная тема. Отношения СМИ, качественных СМИ, вообще СМИ с социальными сетями. Считается, что качественная пресса, но это, наверное, действительно так, она более ответственна по отношению к своей аудитории, а социальные сети безответственны. Но вот интересная мысль в докладе прозвучала, что теперь уже и в социальных сетях есть, собственно, своя цензура, которая осуществляется теми, которые дискутируют или говорят, нет, вы говорите неправду, или там, вы исказили эту информацию и так далее, и так далее. Беда даже не в этом. Я думаю, что и качественная пресса на самом деле бывает безответственна в отношении своих читателей, слушателей, телезрителей. Дело все в том, что, к сожалению, если даже сравнивать с периодом холодной войны, вы вспоминали прошлое, я тоже хочу вспомнить прошлое, поскольку работал тогда тоже в журналистике, ну и, конечно, была информационная война, но тогда считалось за профессиональную непригодность и недопустимо придумывать факты, которых на самом деле не было. У нас железное работало правило, что информация не передается в эфир, если нет подтверждения из двух источников независимых. Сегодня, и это действительно огромная проблема для СМИ и, соответственно, для нашей аудитории, факты придумываются, которых не было в реальности. То есть создается виртуальная реальность, которая не соответствует реальности объективной. Вот вы смотрели сейчас кадры нанесения удара по штабу террористов в Сирии. Так вот, очень интересно, что во многих западных газетах используются такие клише.
По некоторым данным, по имеющимся сведениям, без ссылки какие-то факты, откуда они берутся, российские военно-воздушные силы несли удар и по повстанцам. И вообще, судя по всему, задача стоит в том, не такая задача у россиян, как они ее провозглашают, а совсем другая. Ну, должен вам сказать, что никогда еще не было так открыта информация у нас Министерством обороны. Я вот не вспоминаю, какая была такая ситуация в прошлом, чтобы так подробно с картами, которые легко проверяются на земле, не то что там кто-то твиттернул там, а вы можете из первых уст услышать каждый день практически, что происходит с документальными подтверждениями. Не верите, не надо, идите проверяйте земли, есть тут такая возможность. Но вместо этого показываются кадры с других мест, снятые в другое время, снятые в Ираке, приписываются событиям в Сирии. Манипуляция вот этой хроники, огромные существуют, да, libraries вот этих хроник и архивов, так ими можно манипулировать что угодно. Я вам завтра из некоторых сюжетов сделаю так, что Первая мировая война возьму кадры и выдам ее за Вторую мировую войну. Легко. Используя огромное количество архивов. И вот беда-то сейчас вся в том, что качественная журналистика или некачественная, или вульгарная, или бульварная, но, по крайней мере, к журналистике был предъявлен один тезис – не сочиняйте фактов, которых нет. Это казалось абсолютным не то что даже не профессионализмом, а просто нарушением всякой этики. Сейчас это делается очень часто. Очень часто. И вот наш бы журналистский посыл и профессионалов. Давайте любые интерпретации. Говорите каждый, что вы думаете по этому или иному поводу. Но не придумывайте того, чего нет. Это бессовестно по отношению к своим слушателям, зрителям. Это грубейшая форма манипуляции сознанием людей. Грубейшая. И совершенно недопустимая. Вот если бы мы договорились всем цехам журналистов относительно вот этого одного стандарта, вот можно много говорить о свободе слова, и это замечательно, она должна быть, о том, что необходимы разные интерпретации событий. Я недавно принимал участие в телевизионной дискуссии, где вот по одну сторону как бы стояли люди, которые в данном случае да, отстаивают одну точку зрения, а с другой стороны другую, там, сторонники Обамы. Телезритель российский мог слушать целиком речь Обамы по каналу 24, без всяких купюр. А какая телестанция или радиостанция передавала полностью Путина? Вы в интернете не найдете статей Путина. Набирайте, попробуйте найти. Вы не дойдете, если нет официальных... Нету. Да, комментарии, да. Вырванные цитаты, вырванные строчки, пожалуйста. А россияне такую возможность, они и слушали поляка полностью, польского премьера. И канал 24 просто без купюр, no comment, как вот в Евроньюз вы знаете эту рубрику, no comment, стояла камера. А это федеральный канал, это не местный канал, он охватывает большую часть России. И если бы мы действительно договорились не искажать... Факты – это уже чрезмерно. Я сейчас скажу страшную для журналиста мысль. Не искажать, я вам скажу, есть добросовестные искажения. Человек может просто не охватить все события, всю панораму. Это искажение не предумышленное, скажем так. Но совсем недопустимо придумывать и сочинять виртуальную реальность. Кстати, Путин об этом сказал в отношении на ассамблее ООН, в отношении виртуальности опасности то, что и политика становится виртуальной. Понимаете, мы, представители СМИ, влияем на то, что политика становится все более виртуальной. И когда Путин говорит, но реально-то в Сирии с террористами никто не воюет, нет тех реальных сил, которые им противостоят. И когда Россия стала реальной, проводить политику реального подавления и наносить реальные удары по реальным террористам. Ну, тут началась
другая история. Потому что эта реальность, о которой Россия сказала, не соответствует той виртуальной, которая была создана до того. Все мы помним бомбардировки Турции и что? Большая часть и наиболее интенсивные авиаудары обрушились куда? На курдов, на повстанцев. И никто не сказал, что Турция решает свои геополитические вопросы. Но когда Россия стала конкретно бороться с докладами, с отчетами по каждому нанесенному удару, делая их абсолютно открытыми, тут же начался разговор о том, что Россия преследует свои цели. Какие? Даже не называется. Я думаю, что мы приблизились на самом деле уже к обеду, но все-таки у нас несколько минут есть по нашему расписанию. Может быть, есть какие-то вопросы, может быть, какие-то комментарии. Пожалуйста, если есть желающие, потому что наша следующая сессия будет посвящена уже больше вопросам экономики и отношениям двух сторон. Пожалуйста, только если, пожалуйста, микрофон давайте. Да. Представьтесь только, если можно. Tommaso Bianco, addetto stampa Rimini, prefettura. Sono però non in veste di amministrazione, ma come interessato dal punto di vista giornalistico. La tematica trattata, innanzitutto un grazie per l'opportunità resa in questo incontro di sviluppare concettualmente altre possibilità dal punto di vista cognitive. Qui si è parlato delle possibilità tra l'Europa, la Russia, di una informazione che possa essere in qualche modo libera e che possa essere avere elementi di oggettività. C'è un problema di fondo, secondo me. L'Europa, di quale Europa parliamo? Esiste un'identità dell'Europa ed è un primo punto fondamentale. L'Europa attuale è quella un po' a guida franco-tedesca. Dei 27 paesi dell'Unione Europea, la stessa Italia, rispetto a questi due grossi paesi, passa un po' di più in secondo piano, anche se in Italia non ci appare così. E lo vediamo anche con quale sia la considerazione della nostra Mogherini in ambito internazionale, nonostante sia Lady Pesce. La Russia invece, devo dire, bisogna riconoscerlo, è un paese con una identità più forte. Storicamente, culturalmente, per la letteratura, la musica, la pittura, è un paese che ha, come dire, globalmente una maggiore identità dal punto di vista della compattezza rispetto ad un'Europa che è più frammentata. In questo scenario io chiedo quale possibilità di reciprocità nella libertà di informazione, di stampa, di giornali, eccetera, possono essere, come dire, offerte in un ambito così frammentato. E se questo è possibile. E poi un'affermazione, effettivamente, se l'Europa non comincia veramente ad avere contezza di un intero scenario globale che non può non includere anche la Russia, effettivamente i problemi non possono che essere acuiti in quanto come diceva la Isabella, come si chiama la persona? Isabella? Elisabetta? Bisognerebbe forse un po' resettare tutto
toglierci dalla testa quelli che erano gli antichi scenari della Unione Sovietica e verificare veramente, seriamente, con la mente e il cuore liberi, quali possono essere le possibilità per un'Europa che sia globale, sia per quella che è l'attuale Unione Europea e sia per quelli che sono gli scenari che vadano a coprire anche una partecipazione attiva della Russia e anche appunto della parte euroasiatica, e questo dovrebbe essere l'obiettivo. Però attualmente il problema della informazione nella frammentazione, cosa e come riesce a vedere lei la possibilità di maggiori interconnessioni? Grazie. Вопрос настолько глобальный, но я постараюсь 2-3 штриха к этому. Можете, Игорь, ты тоже что-то скажешь. Потом, да, но тебе хватит времени на следующем. Да. Но хорошо, попытаемся. Если я правильно понял, то вопрос говорит, первый вопрос, как нам наладить вот этот самый информационный обмен, да, чтобы мы друг друга могли слышать. Правильно я понял, я так понимаю. То есть, чтобы мы могли осуществлять коммуникацию с, не только с итальянской точкой зрения, но и с европейской. Ответ на это и простой, и сложный. Если вы посмотрите на наше телевидение, я вам уже упоминал такие дискуссионные программы, то в них выступают и американцы, и европейцы, причем на федеральных каналах, и израильтяне, и представители Восточной Европы, и даже представители Украины сегодняшнего. Одна из, может быть, вы правы в том, что никто не занимается организацией вот этих презентационных выступлений. Это решает редакция, она приглашает, ну, это, наверное, нормальная практика. Но, наверное, вы правы. Если бы, например, хотела Россия и Италия, да, в информационном плане больше говорить на тему возможностей сотрудничество с Евразийским Союзом, пусть пока в плане будущего, да, но, во всяком случае, в движении каких-то идей конкретных, как это может осуществляться, как не потерять проект Большой Европы, то, наверное, для этого лучше всего, конечно, использовать работы независимых, негосударственных, гражданских сообществ, которые могли бы предоставлять возможность для СМИ услышать и донести до своей аудитории. У нас гражданское общество, вообще европейское, оно решает очень специфические задачи и очень мало заточено, направлено на развитие двухсторонних или многосторонних отношений. Есть общество дружбы, есть почетные консулы, есть другие отдельные личности, кстати, их не надо списывать, которые на самом деле активно высказывают свою позицию в отношении России. И они подхватываются СМИ, они доходят до аудитории. Но вы совершенно правы, существует некоторая дыра, такая черная, в том смысле, что нету специально, чтобы вот кто-то говорил, вы знаете, есть очень интересный человек в Европе, он не обязательно это Романо Проди, не обязательно это Берлускони, не обязательно это кто-то, а есть вот просто фермер в Италии, но он хочет, и вот давайте послушаем его, или писатель, или инженер, летчик, кто угодно. Вы правы, эта задача, между прочим, обсуждалась в Европейском вещательном союзе, что голос простых людей мало представлен. Вот в этих дискуссионных шоу, это все политологи, доктора наук, ну пусть на меня не обижаются эти стены университетские, научное сообщество, а вот голос простых людей, которые иногда артикулируют удивительные вещи, очень интересные, представлен мало. Вы поставили вопрос, на который нет прямого ответа, вы просто показали на болевую точку. Но это необходимо развивать, находить те формы, и те организации, сегодня некоторые здесь представлены, которые могут нам подсказать, кто может стать там автором, например, в журнале «Международная жизнь». Пожалуйста, мы публикуем
тоже разные точки зрения, разные взгляды. У нас в последнем номере выступил посол Германии в России. Мы опубликовали его большую статью, разумеется, без купюр, где он, вспоминая юбилей российско-германских отношений, очень критично высказался в адрес России, ну, собственно, высказал позицию правительства Германии на ситуацию в Украине. Да, мы опубликовали, а рядом была опубликована другая точка зрения. И вот когда есть от кого получить этот совет, а кто, не обязательно официальный человек, а просто интересный человек, интересный для нашей аудитории, может что-то интересное высказать в адрес российско-итальянских, российских каких угодно отношений, или просто в адрес России, то, конечно, это бы приветствовалось, это бы было бы здорово. Но давайте подумаем, что нам сделать хотя бы в отношениях Россия-Сан-Марино, Россия-Италия, чтобы представить этих людей на экранах, в эфире, на страницах газет. Но вы очень правильно заметили, это большой недостаток у нас в практике, в практической работе. Одни и те же люди иногда мелькают на экранах. Можно заранее сказать, что вот этот панел будет состоять. Вот. Их действительно немного, кто может артикулировать и говорить. Не потому, что не хотят расширять эту, как мы говорим, обойму, эту панель. Просто эти люди умеют говорить, да. Но мы активно ли мы ищем альтернативных выступающих? Ну, наверное, нет. Легче ходить по известной дорожке. Так что вы затронули проблему, на которую нет пока прямого ответа, но которая заставляет задуматься. Спасибо. Ну, я так бы ответил. Я не знаю, насколько. Да, пожалуйста. Наверное, это последний. Ну, посмотрим, да. Buongiorno a tutti, sono Guido De Simone del giornale Planet360.info. Dunque, io vorrei focalizzare due aspetti che sono stati trattati, ma forse anche solo sfiorati, e riguardano in generale la qualità dell'informazione. Ora, vorrei distinguere tra informazione e opinione, perché qui si sta facendo molta confusione e ci sono persone che si spacciano per giornalisti di informazione pura, in realtà fanno solo opinione. Allora, il problema è prettamente etico, ma poi deve andare sul piano pratico. Allora, cosa è in realtà l'informazione? L'informazione è innanzitutto la verifica di tutte le forme possibili per rintracciare la verità. Noi non possiamo dirci evidentemente portatori di verità in assoluto, però sicuramente dobbiamo fare uno sforzo per avvicinarci il più possibile alla verità. Quindi quando si ha di fronte un tema o un problema particolarmente complicato è sicuramente meglio mostrare le opinioni diverse e mettere a confronto piuttosto che una singola opinione e tacere l'altra, esattamente come avviene nel campo invece della fonte che molti non controllano. E questo sta creando grossi problemi perché vengono citate alle volte notizie che non sono state verificate. Una scuola di pensiero in questo senso è stata espressa per tanti anni, per tanti decenni dall'America. Nei film famosi come Quinto Potere e altro vi si parla proprio di questo tema e dell'etica del giornalismo. Il problema è che viene messo da parte persino in America in questo momento. Quindi l'uso improprio della informazione senza citare le fonti, senza dire esattamente da che cosa deriva quell'informazione. Si rischia, tra l'altro, come giornalisti, di essere manipolati proprio, come giustamente qualcuno ha richiamato, l'esponente della Lettonia lo ha detto esplicitamente, ma attenzione perché questa manipolazione non parte solo dai fattori esterni, ma anche dal fatto che non facciamo verifiche adeguate. Ora io vi sollevo però un altro aspetto, che è quello che il giornalismo in generale, e questo molto riguarda l'Europa e la Russia, si sta troppo focalizzando sulle fonti principali. L'esponente del giornale, se ricordo male, Utkin,
aveva espresso molto opportunamente il fatto, una descrizione in merito al fatto che ci sono giornali di carattere politico e giornali leggeri. Questa distinzione e il fatto che ci siano lettori che piuttosto che leggere di politica si interessino di questioni leggere indica apparentemente una carenza del lettore. In realtà, secondo me, la carenza è dei giornali. Perché se io do spazio solo ed esclusivamente alle fonti principali, quelle politiche ufficiali, istituzionali, e non ascolto la società, ottengo sicuramente un brutto effetto. La persona che ha già poco tempo perché deve sopravvivere in un contesto come quello attuale, a maggior ragione questa parola sopravvivenza è essenziale, quella persona ha difficoltà a trovare utilità nella notizia data da un personaggio che 80 volte su 100 sta usando in maniera manipolatoria la verità. Quindi si allontana dall'informazione proprio perché non c'è una lettura più vicina a lui o a lei. E questo a maggior ragione nell'ambito femminile. Allora il problema è perché i media continuano a far finta che non esista una società? O la cultura, gli intellettuali, ma un po' d'ascolto forse da questo punto di vista a quello che è il punto di vista sociale su quelle stesse notizie farebbe a riavvicinare i lettori anche alla notizia politica, che non è poco importante, è importantissima, perché da quello dipende il loro stesso vivere e il loro futuro. E il problema principale è che tutti ci dimentichiamo che democrazia è sinonimo di informazione e partecipazione. Ora, io non ottengo partecipazione se non sono informato. Quindi la responsabilità dei giornalisti è enorme. E se si dimentica questo aspetto, continuiamo ad avere un problema come categoria perché non siamo più considerati come oggettivi. Almeno in questo dovremmo fare uno sforzo. L'altro aspetto, lo sollevo perché purtroppo è il centro del problema, è l'indipendenza finanziaria. Se c'è un problema grosso nell'informazione è chi ti sta pagando e perché. E quanto ti può condizionare e quindi manipolare nel dare informazione di un tipo piuttosto che di un altro. Можно две минутки буквально. Да, сейчас вы в продолжении или отдельное что-то? Отдельно. Тогда подождите сейчас. Я думаю, что вы ответили сами на свои вопросы очень хорошо. Я, например, согласен с тем, что вы говорите. Вот то, о чем мы говорили, что у нас СМИ иногда превращаются в нечто цеховое, оторванное от мнений и взглядов простых людей. Но некоторые цифры вот приводили здесь статистика, когда ножницы огромные, огромное расстояние между взглядом на ту или иную проблему людей с улицы, вот простых людей, и то, что пишем мы в своих СМИ. Это действительно проблема. И вот вопрос предыдущего нашего участника, он тоже похож на ваш вопрос, что как сблизить позиции. Мы не сможем сблизить позиции или общественное мнение, или гражданское общество разных стран, если мы будем это решать только силами СМИ. Не надо на СМИ возлагать слишком много. Но СМИ играют очень важную роль, я согласен в этом. А для этого нужно искать людей, лица, индивидуальности. Вот мы сколько угодно можем говорить о стандартах этики журналистики, Вы сами приблизились к этой теме, поиск истины. Но человек должен прежде всего иметь внутреннюю совесть, этику. Каждый индивидуальный, пишущий, журналист, сценарист, любой автор. Понимаете? Не предпишешь, можно подписать. Вот как раз в Совете Европы было видно, сколько там бумаг можно было написать, например, о соблюдении тайны частной жизни. Вот где эта грань, как ее перейти. И вы знаете, все сводилось к одному. Если у тебя есть совесть, то ты поймешь, где ты переходишь эту грань.
А напиши хоть ворох бумаг, то сколько говорили, например, в том же Страсбурге о hate language проблеме. А посмотрите, какая разнузданная у нас лексика сейчас в нашей прессе, когда мы говорим об украинских событиях. Там с личными какими-то выпадами, с недозволенными практиками журналистскими. Это именно язык ненависти. Понимаете? И тут сколько ни предписывай, вот вороха бумаг, вот огромные. Если у тебя нет своей личной журналистской совести, ну, ничего тут не сделаешь. Но вы правы, мы должны искать какой-то выход из этой ситуации. Но, честное слово, вот за всю свой опыт жизни никто еще ничем совесть конкретного журналиста никакими стандартами подменить не смог. Ну, вы очень интересно ставите вопрос и сами отвечаете, опять же, на их. Ну, последнее у нас, ладно, ваше выступление, я не могу вам отказать. Вот, если можно, коротко. Я много времени не займу, буквально да, 2 минуты и без прелюдий. Я бы хотела сказать об информационном вакууме, который создают сами журналисты. И хотела привести очень маленький пример, который может быть интересен всем присутствующим в этом зале. Буквально в конце мая, или в начале мая, не помню, прошла очень крупная конференция, посвященная санкциям не только против России, против Ирана, против других, против Саудовской Аравии, по-моему, не помню, против очень многих стран. Вряд ли против Саудовской Аравии. Нет. Вот. И я вот что хочу заметить, что представителей СМИ итальянских на этой конференции не было. Были представители только 2 информационных агентств, и то они присутствовали буквально, ну, может быть, полчаса и час. Конференция длилась 9 часов. И эта тема не была освещена в итальянских СМИ. И очень много политиков, очень много представителей бизнеса выступали против того, что были введены антироссийские санкции. И они ставили вопрос ребром, что появился новый вид войны, экономический, информационный, и нужно что-то с этим делать. И вот мне очень жаль, что эта тема не попала в СМИ в итальянские. Ну, да. Да. Таких фактов очень много, конечно, и вы правы, это создание искусственного вакуума. Ну вот я вам приводил пример относительно выступления Путина. Ну пусть кто-то не любит Путина, будет слушать там, ему будет это все не нравиться, но дать возможность послушать, как вот дать послушать Обаму и остальных, это долг, в общем, журналистов. И довести это не только через свои комментарии, а объективно сказано это и сказано это. Пожалуйста, думай сам. Так что вы совершенно правы. Ну что ж, как говорится, будем бороться с вакуумом. Но вы затронули очень важную тему. Что-то выбирается, а что-то оставляется за скобками. Я спасибо вам. Я благодарю всех участников, всех вас и приглашаю вас на обед. Я думаю, что нам подскажут, где, куда это сейчас, вот наверх, на 2-й этаж. Пожалуйста, и там можно продолжить дискуссию. Но мы возобновляем нашу работу в 14:30, пожалуйста. Очень интересная 2-я сессия.